Всем привет! Мы сегодня продолжаем проходить Deep Rock Galactic. Ну как сказать проходить? Просто поиграем в кооперативе и будем проходить миссии. Вот. У нас тут миссия запущена на сбор минералов и что-то там еще, по-моему, будем делать. Ладно, поехали. Че ты там, готов? Да, бегу. Поехали. Так, уровень сложности. Должно быть нормально все быть. По ячишкам постучал? Ну, которые висят там, да, ячишки. Да. Блин, жалко, кубики нельзя поменять. Да, на ячишки. Да. Было бы забавно. Я напишу эту долбанную планету. Главное не врезать куба. 600 метров. Засучите рукава. Что-то мы не глубоко. На нашей стороне. Ощущение чем? Это самая обычная шахтерская миссия. Выполните норму по маркету, и мы вас заберем. Ну, желаю успехов. Ясно. Ну что, мы этот какого, как обычно, смотрим, что на потолке у нас висит, да маркет собираем. Вот и все. Все, пошли вперед. Пойдем пройдемся. Так, ну вот уже этот. Уже есть. Давай две платформы бахнем. Ну, одну тебе вот так, одну вот так. Давай, пойдет. Платформа и одну поставлен. Вот так. Так, я тут все уже. Вон соседнюю колупай. Я весь битком набит. Где Молли? Так, у меня нитро переполнено. Так, ладно, я, короче, сползаю, наверное, отсюда. Давай мы мула сгрузим. 49 того. А, подожди, давай доберу. У нас еще вон там золотишко, поставь там платформу. Опа, Степа, здрасте. Оп, еще нитро. Черт, а, тут я не доберусь. Ладно, золота лишним не бывает. Так, подожди, я хочу попробовать, как руки, бура руки. Базуки? Могут ли руки базуки бурить у нас золото? Нет, не могут. Нет, что-то... Они только землю, короче, скребут и все. К сожалению. Я не знаю, может быть потом какая-то прокачка будет по этому поводу. Только, да, к сожалению, только раз в году. Ничего страшного. Все, поехали, в принципе, в другую пещеру. Так, смотрим, что. Ага. Она, короче, где-то тут. Что-то тут. Вот он проход. Ого. Сейчас я тут почищу. Ой, здрасте. Мы тут даже дальше проход. Он жирный. Имею в виду. Как они взрываются с пердежом, забавно. Так, подожди, не торопимся. А, я вижу. Шапашка. Ну что, у тебя кончилось? Нет, просто. Не знаю, я, наверное, поэкономил в этом плане. Если тут сложность на сложном стоит, то... Так, подожди, вот это дело давай-ка мы. Там сейчас как, бабах? Да, вот мелкие лучше... Мелкие-то, наверное, ладно, а вот эти вот лучше позрывать. Смотри, куда стреляешь, мордофиля! Угу. Грибы нельзя собрать. Понял, принял. Бля, ого! Чё там у тебя? Пушка стреляет весело. Да. Окей. Ну, не знаю, в принципе, пока на сложном уровне, я бы не сказал, что прямо душат. Так мы одного только, блин, жука нашли. Ну да, в принципе, но все равно, я думаю, что не это... Так они еще пахнут. Я думал, у них жира будет больше. Ну, слушай, побольше вот этого жука пинал, он
Ну, уже поинтереснее. Нитро. Убираем. Патроны тут пригодятся, значит. А то мы как-то вот, когда запускали, вон, кстати, этот, два яйца. Давай-ка мы сюда мула позовем. Мне надо разгрузиться. Становится. Разгружаюсь. Ага, нитры надо нам еще 20 как минимум единиц. Вот маркит первый, кстати, подоспел. Спускаемся где, с левой где, стороны. Ой, это. А вот здесь что? А это походу мы что-то будем сейвить. Да нет, не должны. У нас обычная миссия. Так, и золото. Короче, в этой маленькой, в этом помещении, в этой пещере у нас маркит и золото. Все по красоте. Давай, бахай, короче, платформы, я пока золото соберу. Не думаю, что будет какое-то побочное задание, потому что, ну, не знаю, неактивные пока эти предметы. Так, ну что у тебя там по платформам готово? Я уже собираю. А. Ну я думаю, разберешься что. Я пока тут постою пока. Посмотрю, что. Чем ты занят? Говоришь? А, ну да, вот приятно посмотреть, как турнир работает. Да, да, да. О, классическая, все? Классическая. Ну а что ж. Так. Погоди, что? Короче, прыгая по этим цветам, мы можем добраться вот в эту зарядки. Вот сюда, вот где ты платформы ставишь. Там какой-то жук подох. Так, давай бурим вот сюда куда-то. Поточнее. Там дальше нету прохода? Нету. Поехали. Вот она, следующая площадь, следующая пещера. Угу. Понял, что-то, принял. Короче, как-то это все как-то. Погоди, стой. Ну, оно видишь. Пещера будет длинная. Это у нас. Да, тут война какая. Пещера будет длинная, чтобы когда мы будем из нее убегать, у нас было очень мало времени в запасе. Это раз. Во-вторых, ну, в целом надо потрудиться, чтобы поискать. И, собственно, найти, и не терять, и не сдаваться. Надо ждать перезарядки факелов. Так, давай тогда, короче говоря, что? Еще дальше идем. Вот маркит. Смотри, сколько тут его. Я по красоте. Давай, платформы, бахай. Ну, давай. Я вот пока нижний выберу, насколько достаю. Где мол? Ну-ка, иди сюда. Тащи сюда свою стальную задницу и пошустрее. Ну, как раз ему чуть-чуть золотишко выгружу. У нас нитры нету. Разгружаюсь. Пока что. Ну, 63. Как бы. Ну, все равно не вызвать, этого не хватит. Погоди, нужно вот это все. Давай. Да, давай. Активируем. А, у нас тут целая система, в общем, пещер. Видишь, как они тут расположены? Ну, сгенерировались. Угу, угу. Я того бабу-ягу, как они сгенерировались. Да, смотри, вот иди сюда. Уходи. Так, тихо. Я не могу, блин, как они взрываются, смешно. Платформа. Так, подожди, а я что-то там не увидел? Я золото шукаю. Вот смотри, прямо за стенкой. Сейчас я пробурю. Вот тебе еще нитро, чуть-чуть. Не густо, но... Немножечко. Но нормально. Так, и еще у нас... Крупный рой. Приготовьтесь. Вот, рой идет. Рой. Да. Где? Леша, где ДФМ? Я не знаю. Достаем вот здесь. Прыгай ко мне. Подожди, я тут кроп собираю. Размещаю турель.
Давай, турель поставил. Турель, да. Давай, Молли. Молли зовем. Ложится в лучшие технологии. Где Мул? Вон, бежит. Угу. Короче, сначала отобьемся, потом все остальное. Нормально. Видал какой-то фиолетовый? По правую сторону ползут. Так, тихо, грузы. Пока неплохо. Все? Оживем. Дворфы так легко не умирают. О, они там, они сейчас подойдут. Там эти какой, если что, у тебя турель поможет. Бьем, которые близко к нам. Давай, я правую сторону, ты левую. Закончилось. Избавьтесь от тех, кто остался. Контроль, короче, левую сторону, я правую возьму. Электричество добавляй по чуть-чуть, а то... Что добавляй? Темно, дышать и воздуха не видно. Не знаю, мне достаточно света. Ну давай. Наверное, я раскидал. Все? А вроде пока нормально, да. Ну, походу, да. Нитры собрали. Нитры достаточно. Все? На один раз? Ну да. Так, все. Да. Так, и теперь давай, короче говоря, я сейчас здесь вот забурю более адекватный спуск. Давай. Получится у нас тут забраться? Все, нормально. Забираемся, хорошо. Внизу маркит. Еще одну проход видел, в пещеру. Я видел. И вон сверху яичко. Сбей пока яйцо. Я маркит соберу. Местов нет, пора так. Скидывать минералы. Молли, Молли, иди сюда. Молли спала как раз. Нитро, сверху. Вот сверху. Собирай нитро. Половина, половина, слушай, собрана маркита. Нитру ты заберешь, да? Да. Балдеж. Блин, я турели не забрал. Надо сходить турели забрать. Ну давай, если что, я тебя прикрою, беги. Я нитру пошукаю. Пора сбросить груз. Нитра переполнена. Молли стоит вон на пригорке за этим, за грибом каким-то большим. Я вон к нему сейчас иду. Упс, я, кажется, туда ключи обронил. Я не знаю, найдем ли мы еще, блин, столько яиц. Нам 9 штук надо где-то найти. Но маркит мы соберем раньше, определенно. Нитрухи добавил. Ты собираешь, да, ее? Я уже собрал вот. Нет, вон внизу под грибами. Там вон много еще. А, вон. Погоди, ты яичко собрал? Да, 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 внизу я взял его. Факел пока недоступен. Яичишки. Тут еще, короче, по прямой. Нит, какого маркит есть. И два яйца. Я, короче, пока яйца. Я пока яйца соберу. Помойка. Подожди, мне надо Молли яичко отдать. Готово. Я за вторым. Втюхнулся. Да, короче говоря, я думаю, что да, правда, мы сумка яйца заполнена, дольше будем собирать, чем маркит. Поэтому задержимся немного на сбор яичек. Яичек. Ну да. Яички. Но мы сейчас еще в одну пещеру пойдем. Тут уже все тупик. Тут уже все тупик. Давай я к этому, к маркиту пойду. Что смогу, выберу.
Хотя... О, ползут какие-то гады. Я, короче, подзабурюсь. Вот как-то так. Потом вот как-то так. А откуда вы взялись, господа граждане? Не буду ждать, пока ты платформу поставишь. Я, короче, так уже ковыряю. Я, в принципе, тихо. Где Молли? Он тебе там нужен? Не-не-не. Я его к себе затащу. Тормозушка на четырех ногах. Тормозушка на четырех ногах. Мазушка? Тормозушка. Ну, у меня русская озвучка, он вот тут. Платформа установлена. Путит над ним. Твое трудолюбие греет душу, так. Молли. Угу. Ну, еще 20 единиц. Сколько? Нет, 40. По-любому это сделано специально, чтобы мы дольше яйца собирали и потом бежали далеко-далеко. Поэтому мы когда сейчас маркит соберем, мы сейчас ближе подтащим Молли к выходу. И потом уже нажмем на кнопку, чтобы тут выйти. Прикол в чем? У нас же задача какая? Вот Молли от нас бежит, и нам дается ровно столько времени, чтобы за ним бежать. Чем дальше от нас Молли, тем больше времени. Не нужно. Ну понимаешь, Молли иногда может просто взять и это как его заползти по стенке, но мы-то это не успеем. Понимаешь? Я хрен его знает, но что-то как мне идея не шибко приключает. Поэтому иногда времени интересно. Очень мало. Мне вот интересно стрелять по жукам и копаться в грязи. Где-то я тут, выход видел на другую пещеру. Подожди. Вот тут маркит, вот тут яйца я собирал. Да, и вот тут вот выход. Выход в другую пещеру должен быть. Должен, но не обязан. Да, но я походу потерялся. Короче, ищем проход в другую. Подожди. Дин-дин-дин-дин-дин. Где-то вот. Отсюда наверх. Вот чуть правее она должна быть. Правее и выше, вот он. Да. Вот эти делюги тоже собираем. Для прокачки нужно. Первый начал. Гляньте, что я нашел. Что нашел? Я ничего не нашел. Так, попал. Так, отсюда вниз. Вот так. Ну, он уже сразу же нитро сходу. А я тебе мой башки отпрыгнул. Боевики, команда. Они на взводе и их великое множество. Угу. Будьте настороже. Рой. Стой, давай по дефаем. Вот на этой площадке. Очень хорошая площадка. Ну, мне давай, нравится. Давай. Короче, давай, ты этот выход. Я с правой стороны. Мелочь ползет, давите гадов. Давай, я право. Угу. Ну и чё, где все? Я бы и стеночку одну замуровал. Ну так, на всякий. Как он пердит на всю пещеру. Замечательно. Не знаю, с моей стороны что-то никого не идет. И у меня вот так по мелочи ползут. Да. Даже оно не стоит дробовик расчехлять. Ну такое. Налопались. Ну и так. Это лайтовенько, правда. Новости, народ. Орда жуков на ладан дышит. Осталось добить, чтобы не мучились. Ну, тут. Это просто те, кто не дополз до нас.
собрал манатки и валим. Ну да. Так, а ты, получается, турелями не можешь, да, разбрасываться? Тебе надо обязательно этот, как его, так, собирать. Сам нет. Нарвался, таракан. Маркит. Купса, бери. Нам он так себе нужен. А уже все. О, нифига. Там большой сейчас... челубей. Ну, сейчас грохнем, подожди. Свои, свои. Где большой-то? Я никого не вижу. Впереди. Работа выполнена. Хорошая. Основная миссия, миссия закончена. Активирована. А где ты его видишь? Ну, ты вот тут ползал. Вот, вот там. Не знаю. Вот это что такое? Проб. Может, он увидел нас и от страха лопнул. О, яйчишки. Да, три штуки. Так, давай Молли сюда. Я позвал Молли. Я, походу, только с пистолета могу сшибать. Ну, я с дробовика по ним стреляю. Угу. Ну, это у меня стандартная оружка. Так, тут все, тут прохода нет. Пещера наверх идет. Пойдем посмотрим, что, какой выход. Что, выше поднимаемся? Да, ну наверх, вся пещера вверх идет. О, золотишко будем собирать. Че нет? Ну давай. Платформу тогда бахай. Я сделал платформу. А то и парочку. Давай еще одну. Вот это собери, и ты чуть-чуть туда пройдешь, и я тебе над головой сделаю платформу. Чтоб ты как-то мог. Все, не достать больше. Платформа! Так, и она меня, походу, впечатала в текстуры. О, давайте. Так, окей. Дальше. Дай-ка я тут подразобью. Слушай, а ты чётенько можешь еще следующую платформу поставить? Вот прям, чтобы это... Вот, ну, балдёж. Все, нормуль. Если я правильно помню, то у меня вроде какой-то апгрейд стоит на то, чтобы когда Молли рядом, то это у меня вроде то ли ХП больше, то ли разгрузка быстрее. Что-то такое. Нет заряженных светилок. Что, нитру будем собирать? Я думаю, уже в принципе она не нужна. Да, уже проще только золото. У нас как бы уже на два заряда будет. Так, а вот это что такое, интересно? Ты такой, ты чьих будешь, холоп? Ой, я оторванулся. Что постоянно заставляет Молли путаться у нас под ногами? Ты, короче, да, эту штуку не трогай. А, его проход. Вон, видишь, они ядовитые. Угу, да, я вижу, вижу. Проход. Жесть какая. Так, ну да, пошли, пошли в другую. Осталось 4 штуки собрать. 4 яичишки. Ага, проход у нас получается вот тут где-то. Не, однозначно надо будет Молли подтащить. У тебя в любом случае на каждую миссию дается по 5 минут. Так, кто-то орет. Так, я так понимаю, корабль-то не улетит без Молли. Вообще не без вариантов. Так, а если мы за ним не успеем идти? Ну, там одна такая вот пещера. Нас, проще нас, нам подойти ближе к кораблю. Да, мы ближе, нажать. И там нажмем уже, да. Ну, тогда да. Поэтому аккуратно возвращаемся. Так, да. Так, вон еще два яйца вижу. Давай золото справа. Потом факел пойдем за яйцами. Ползут. Умница.
Молодца, Молли, держи еще. Разгрузил. Я тоже. А где ты яичушки-то видел? Так, яйца сейчас, подожди. Так. Угу. Нет, хочешь не сюда. Понизу пройтись? Ну так, я глянул просто, чё к чему. Но вообще яйца вот здесь, с этой стороны, вот как туда ходишь. Вот смотри, там где жук ползает. По прямой чисто. О, я еще 3 нашел. Ну и у меня тут 2. Ой, подожди, у меня тут целый клондайк яичек. Внимание, рой нападает. Повторяю, рой нападает. Ты их и нашел, кстати. Тихо, тихо, давай стоим к стенке ближе. Я Молли сюда зову. Сюда. Рой, повторяю, рой. Давай, я успею еще одно яйцо запихать. Отбиваемся до конца. Балдеж. О, да, тут ты. Такая богатая, блин, пещера. Ну да. Но она и большая. Блин, Лёша. Вовремя ты вышел, я прям. Гранатомёт убил. Он мне долбанул. Не знаю, у меня ровно... У меня ХП полное. Ровно вышел, я в тебе в башку выстрелил. Ну, короче, на этой пещере мы и закончим, я тебе скажу. Да. Да, вот этот штуку это собирать. Что, я и Зорька, кто там? Куда Молли-то ушел? Эй, Молли. Молли. Да, решимости стало гораздо меньше. Добейте оставшихся бойцы. Прикрой, пока я тут с яйцом бегаю. Отлично. Оу. Добейте гадов. Все, хорош. Мне сдается, что там вот наверху, куда я сейчас рою, там что-то вкусное. Опасайтесь плыва. Бам. Я должен был это попробовать. Вообще за взрывчатками лучше не играться. Я ими пользоваться не умею. Они меня подрывают. Молодцы, парни. Вы так, у меня все. Бонус. Пошли назад. Да, но. Бодрит. Давай мы призовем для начала. Этот как его. Я заказал капсулу. Пополнение патронов. Заказано, и уже ты собирай, короче, эти какого. Собирай турельки. О, мы возвращаемся. Заряжаю. Капсула снабжения приземлилась. Как обычно, я по башке она мне дала. Да. У меня, кстати, патроны заканчиваются. Патроны. То, что нужно. Все, нормуль. Гляньте на это. А теперь, пополняю часть боезапаса. Как мы сюда попали? Примерно вот здесь? Нет, не здесь. Пополняю запасы. А как нам погоди. Вернуться? Я вот как-то вот так пришел, блядь. Mm-mm. Вот так вот я пришел. Вот. Давай. Пошли, Лех. Нашел. Молли в пути. Я, короче, пока палки ставлю, пока бежим. Путь потихоньку догоняем. И где-то вот как-то вот так вот мы. О, это что за чумачечая весна? А. Мы по кругу бегаем. Ладно, чё, давим кнопку. Погоди. А то мы сейчас долго не, будем не, выход не, искать. Погоди, не. Где же выход-то у нас? Может быть вот так? Ну да, вроде. Нашел? А вот, походу, проход. Ч,
что-то я не особо уверен. Иди на меня. Можешь? А где? Где ты? А КТРЛ нажми и увидишь. Вот он я. Смотрите. Ну. Я кое-что увидел. Вот. Так я уже вперед прибежал. Вот. Ну, так а что, куда? Ты куда-то другой проход увидел? Вот это вот. А, вот, и наверх, да, сюда? Да, да, да. Не исключено. Да, да, да. Рано, факел не готов. Так, ну факела наши валяются, значит мы здесь бежали. Определенно. Да-да-да, вот. Это пещера номер раз. Теперь. Давай искать следующий выход. Ой, а тут как было-то? Я уж что-то. Так вот. Цикуриан. Возраст уже не тот. Ну да. Не помню. Уже не те руки. Так, да, да, платформы. Да, да. Ну, не хватит там золота нашел. Да, возможно. Вот так вот мы бежали точно. Вот здесь у нас был собран маркит полностью. И нам еще выше. Все нормально. Сейчас выберемся. Ну, вообще это, конечно, надо делать с Молли. Ну. Отбиваясь от всех. Ну, мы схитрили. Схитрили, конечно. Такие, ёпки. Да. Ну так и здравствуйте, мы готовы хитрить. Мы готовы хитрить? Да. Ой. Ты что там делаешь, психопат? Звук ко мне прилетел и взорвался прямо передо мной. А я что-то не мог запрыгнуть. Пицца планетоид, блядь. Так, вот здесь проход. Я платформу нашел. Вот здесь проход. Светилкам нужен апгрейд. А ты нашел выход? Да что-то как-то не особо, я уверен, но иду пока по этим. По светилкам. Не знаю. Ну, в принципе, можно уже на кнопку давить, я думаю. Как вариант. А вот ну, грибы, давай, ну, грибы, давай, подожди, грибы. Я думаю, все нормально. Да, вот тут еще один проход. Так, погоди, не убегай. Проход, я грибы, да, все верно. Я нашел, кажется, выход. Вот как раз это загадочное, это как ящик какой-то. Он, видимо, для другой миссии. Я понял. А что-то этих маленьких дают? Понятно, ничего. Дают урон за них. Блять, я в стенку уперся в какую-то. Нет, это не то. Дави на Молли тогда. Дави на Молли, а я по-любому встретимся. Ну да, уже. Может, взял, убежал из меня. Но я выход нашел. Хотя погоди. Пещера, ну, в принципе, это не запутанная. Тут буквально главное с одной в другую и по коридорам идти. Ну, собственно, так. Оп, я залез. Не исключено, кстати, что я теперь по кругу бегаю. Что-то как-то тут... А, нет, все. Я как раз стою, где нас высадили. Ровно на том месте. Короче, я того рот. Давай, жми на мой. И сюда. Я вот тут буду бегать 3 дня, блин. Ползет. Все, ты нажал?
Нет, он только ко мне ползет. Сейчас бежит сюда. Ты прям на него вставай, доедь. Да, я так планирую. Я, кстати, сегодня днем, когда запускал, так и сделал. Тоже сел на него спокойненько и доехал до точки. Множество сигналов на радаре. Готовьтесь к боевому столкновению. Единственное, что тебе надо будет как-то это отбиваться. Потому хорошо, что поработали. Отправляем вам десантную капсулу. Я-то добежал, ты нет. Смотри. А, плевать. Да, я думаю, отобьешься. Ну, 100 метров, занять по крайней позиции. Мере. Занять позиции, Рой уже здесь. Занять позиции, здесь Рой. Нормально. Так, а вот это уже интересно. Десантная капсула, я тебе скажу. Десантная капсула совершила посадку. Высадилась. Не там, где мы начинали. Десантная капсула отправляется через... Охуительно, блядь. Да. И теперь, оказывается, я в зала остался и без Молли. Вышла, гадина. Ну нормально. Ты был, кстати, недалеко от меня. Погнали за Молли. Где он? Пора валить. Где он? А, вот. Все, топим, ни на ком не останавливаемся. Вот видишь, что он сделал? Он херак и по стенкам. Факел устанавливается. Я его вижу. Жрите, враги отступают, прикончите. Ау. Их. Меня кто-то укусил за жопу, капсула, пока я убегал. Через 4 минуты. Нормально, времени у нас полно. 50 метров осталось. Добрались. Рандомно, походу, капсула высаживается. Лучше поторопиться. Что это не так работает, как мы думали. Это не то. О! Что-то целый рассадник. За хорошо проделанную работу. А я тут жуков пока поджигал. Все, поехали. Возвращаем капсулу эвакуации. Mission complete. А я же. Статус миссии. Congratulations. У нас получилось. Суммарный риск 60%, хотя обещали меньше. У меня третий уровень, что-то там открыли мне. Ну, всякие штуки, дрючки. Сезонный терминал. Надо будет подойти. А где у нас сезонный терминал? О, завоевание выполнено. Это который магазин? Наверное. Пойду апгрейжнусь. Так, это мне на 10-м. Здоровяк. Да? Я что-то пока не... О, вот он, сезонный терминал. Получить награды. А на это пока не хватает, я понял. Пойдем посмотрим, что там за... Какая-то причесочка. Перфекто. Ой. Какой разведчик? Стрелок. Инженер, бурильщик. Не хочу тратить. Ага. Это чё, не выбралось-то? Это рандомные, короче, скины, похоже. Так, оружка, сука, всё как надо. Не знаю, пойдёт, я думаю. Можно, наверное, бороду, наверное, поменять. Что бы выбрал Карл? Прицеплю сюда. Ну один хрен, пока ничего нету, надо взять.
Такое так, мне нравится. Все, так, это я взял. Цвет волос это одно, а борода, оказывается, это другое. Странно. Ну ладно. Да, как бы. Нет, ну ладно. Не совсем получается сформулировать, что хотел сказать. Так. Вообще не получилось, я не хочу. Так. Пупоха вышел. Ну, в принципе, тут у меня... Все, что надо, прокачано. Так, вот здесь. Угу, закрыто. Кирка. Ну, блин, я не пользуюсь киркой-то. Взрыв-пакет. Понятно. Стоять буры. О, мне новую одежду дали. Не знаю, я что качать. Может, я ничего не надо. КПП, блядь. Может, ничего не надо. О чем? Так, у тебя есть открытая биозона зарослей? Есть такое? Новая локация. Давай чекнем. Радиоактивная зона. А биозона заросли есть? А-а. Ясно. Тогда туда. Что там тебе, какой надо миссии? Сход темноты. Угу. Спасательная операция. Будем ремонтировать. И 12 семян отвратительных. Че, на сложном? Погнали, на сложном. Ну давай так же, да. Миссия выбрана, карета подана. Прошу на борт, джентльмены. Я бы не сказал, что прям это прям сложный уровень. Начинается. Ну вот сейчас не очень было. Нормально. Я думал, на сложном будет действительно сложно. Сейчас посмотрим, сейчас может быть и сложно будет. Лайтовенько пока, вроде. Главное по яичишкам шлепу. Бля, ну так нормально, на 2-4 сполошли. Ну, да. Нас ожидает успешный успех. Начинается спасательная операция. Предыдущий экипаж утратил здесь мини-мулов и десантную капсулу, а также свои жизни. Восстановите потерянных мулов, верните десантную капсулу в строй и на ней же возвращайтесь домой. Ожидайте тяжелое сопротивление и постарайтесь не закончить так же, как и ваши бывшие коллеги. Координаты переданы. Надо посмотреть на сканер. Ну давай, я пока дрона первого соберу. Давай, собирай. Я вот не знаю, когда он собранный, вот он бегал с нами, я вот не знаю зачем. Ну как бы, разуйте глаза. Это как-то помогает, интересно, или нет? Ты чё такая дерзкая? Чё там, кто-то нападает? Враг прилетел. А-а-а. Ну я его убил. Ну естественно. О! Ну естественно. Да. Так, надо бы выше как-то подняться. Эти кристаллы зелененькие дымажат. А чё надо? Где? Кого? Так, ладно, я, пожалуй, забурю. Мне не подняться. Ой, я там тоже на кристалл налетел. Баста, карапузики. А все. Давай, ремонт. Просто давай. Постучали молотками. Ну, бля, почему жизнь так не работает? Хорошая работа. Так, семена собираем. Два штуки уже есть. Вон. Оно же, да? Молли. Цыпа-цыпа. Как да. Закончу работать на Дипрок, организую свою 12. Шахту с Блэкджеком. 12 семян чем-нибудь надо. Прилично, выгружаю, слушай. Минералы.
Ну давай пока тут осмотримся еще. Вот я вижу, что у нас золото есть. Возьмем. А, вот, давай. А, высоко, но есть. Все, вроде я больше тут ничего такого особого не вижу. Не, а света пока нет. Я хочу вот повыше еще забраться. По-любому тут где-то что-то есть вкусное. Вот это развлекуха. Не, ну. Так, это проход в другую где пещеру. Да я тут хожу просто по этим закоулкам. Возьму гриб на душу. Смотрю, что есть. Минералы сейчас важнее. Смотрю просто, что есть тут в округе. Я от тебя отпрыгнул, попал прям на этот. Все, забуриваемся, следующий. Ну да, наверное, хорош. Где-то тут, вот тут проход. Погнали туда. Надо два дроида, по идее. Мы уже одного починили, так. Стоять не туда. Ага, еще выше. Нет. Надо как-то. Сейчас-то пониже. Ну все, я уже. Нашел проход? Да, я нашел. Ой, я в паутину вмазался. Ничего не вижу. Какая мерзость. Мерзкая гадость. И не туда идешь, ты сейчас еще в одну вляпаешься. Так вот. А нам так и так в нее попадать. Я бы ее убрал. Она помешает нам на следующем. Ну, на обратном пути. Хотя не факт, куда мы пойдем, смотря. У нас же этот Молли мужчина самостоятельный, ну, да, куда захочет, туда пойдет. Ну, в смысле, куда капсула высадит, конечно. Опа, эндлупа. Ну и шаг, чё ты так далеко-то встал? О, а чё это такое зелененькое? Это уманит. Мы с помощью этого уманита. Видишь, сколько ползет там? Не, видел? Не, ну ты видел? Смотри, тут целый рассадник. Тут клондайк просто. Все, полетели бодаться? Он меня схватил! Меня схватили! Он меня щекотит! Стреляй по нему! Стреляй по нему, Карл! Он меня грызет! Жесть. Это что-то новенькое. А где он есть-то? Схватил и все, и удрал. О, смотри, сколько тут семян. Да, я вижу. Давай, Молли, сюда. Мне нужно. Они все равно падают. О, неплохо. Неплохо ты их разносишь-то. Ну да. Так, тут и дроид, кстати, еще валяется. Ну, Молли, чё ты там трёшься-то? Так, давай по одному как-то сшибать их. Я одно сшиб, оно, блин, неправильно упало. Оно вот, так вот. Нужно наверх забуриться. Давай, показывай где. Надо всё, всё доставать. Гляньте туда. Вот отсюда. Сейчас, вот, подожди, туда, подожди. Ползи. Где? Чё, где? Вот, смотри, вот тут вот. Можешь, ага, курить прям наверх надо. Угу. Там найдем. Я тут только. Вот оно. Потерю хп. Стоять. Он еще яичишка. Тут главное эти ядовитые кристаллы с уманитом не перепутать. Такие собрали.
Вон еще одно. Там еще и дроид. О, еще одно. Собираем, собираем. Тут еще дроид валяется где-то. Я его слышу, но не вижу пока. Вот он. Так, бахни ко мне платформочку, я так вот что думаю. Что, погоди, я тут подсоберусь. Тут и нитры полно. Тут прям дела. Короче, надо смотреть на этот, как его, на потолок. То опять утащит. Да не, он там такой. Да я его не заметил вообще, я даже не знал, что такие существуют. Бля, и вы все вдвоем, все убежали от меня. И мулы, и ты. Я насытился. О, какой-то ползет. Что даже во рту пересохло. Какой-то хранитель. Душат, походу-то, а? Они как-то толпой появляются. Куча метеоритных осколков скоро накроет вашу локацию. Бросайте все дела и не попадите под удар. Давай. Нормально, стоим просто тут. Не надо турель. Метеорит. Метеорит. Разбирай турель. Тут сейчас потрясет, но нормально. Бля, как трясет, тут такое чувство, что нормально вообще. Так, у нас теперь дырок тут поддобавилось. Угу. Вот это что за капсула? Что-то ломается весело. Поэтому аккуратно. Оп, оп. Ай, это прикольно. Забираем, что есть. Так. Я какой-то шар взял. Двигай. Ну-ка, сюда. Идите сюда. Тут какая-то это была. Я не знаю, типа миссия. Ну, как там, нефтяная добыча уже была тут. Сейчас узнаем, что это за херня. Тут уже кто-то обитал. Жемчуг Энора. Что за жемчуг? Не знаю, вот только сейчас собрал. Пригодится. Так, ладно, хотя давай я дроида активирую. Зачем? Ну это. Плане починить? Да, да. Один вон там лежит кусок. Где-то, да, вот. Лево, что ли? А, вот. Ты прям поэтому по ноге ему бегаешь. А? Так, тихо. А куда тащить-то? Горячо, горячо. Я потерялся, куда тащить. Отвали. А уйди, ты чё? А где дроид? Куда нести? Чё, погоди, вон, иди сюда, Лёша. Да. Вот, так, вон, всё, я потерялся. Осталось лишь мокрое место. А чё ему ногу не поставить? Или я её не взял? Я её не взял. Ай! Слушай, тут жуки грызут. Я нашел большую. Что, челюсть отвалилась? Давай-ка я вот так вот его пробурю, чтобы его видно было хотя бы. Просто он этот стоит. И короче, его вот там, видать, где упал метеорит, я его разбил и получил. Ай, это. Смотри, сколько яичишек-то. Я, короче, метеорит где падал, там остался кратер. В этом кратере шпиль такой. Я это с закрытыми глазами. Не знаю, я тут яйца собираю. Как новенький. Смотри, сколько их тут на потолке. Я, походу, нашел этот, блядь. Чё? Кусок от этого, от дроида. Ни крошки мимо. Так, ну он должен сюда прям скатиться. Платформа. Ну почти. Так, куда она упала-то? Вот тут примерно. Давай-ка сейчас вверх чисто забурим. Вот так. Оно? Ой, что тут творится? А куда яйцо упало? А как подобрать ногу?
Надо отколотить мне вокруг нее этот. Понял, все. Умри, бесполезный кристалл. Так, как я тут поднимался-то? Где-то я тут пробуривал. Вот тут, по-моему. О, нормально. Выбрался таки. Так, еще два яйца я собираю, и хорош. Даже одно. Да, давай. Я одну ногу ему присоединил. Так, давай еще выше. Еще выше, и вот сюда. И давай-ка мы, наверное, тут побурим. Наверх. Вот, балдеж. Я еще золото нашел. А, не знаю, нужно ли оно. А сейчас какого-то непонятного часть жука. Хрен знает, что это, ну ладно. Тут какой-то этот кристалл, он люто радиоактивный. Чумное сердце нашел, блядь. Он люто радиоактивный. Ясно. Горячие кристаллы какие-то. Нам мои их ноги. потом надо будет попозже собирать. Я вот эти кристаллы разломал и там достал чумное сердце с него. Так она же, они же горячие. А ну я сверху на него запрыгнул, все. О, ползут. Вот тут есть капсула. Да где? Они тут со всех сторон. Нормально? У меня нормально. Я тут что-то прям на этот какого. На делегацию нарвался. Удивительная задача выполнена. Доберитесь до дома, чтобы забрать свой бонус. Так, у нас еще две детали. Одна прям за мной. Отсюда мы поворачиваемся вот так. Она вот тут. Да. Она вот тут. Давай, я забуриваюсь. Наверх. Ой, строго. Я одну деталь могу взять. Сейчас я только вторую беру. Взломаю. Я вторую беру, и все, и дрон слабан. Что мне с него выпало? А все, детали собраны. Там три надо, а не четыре. Чини. Я уже просто зачем? Смотрю, что мне выпало. Мол, снова на ногах. Я сломал кристалл, и мне нихуя с него не выпало. Не выпало. Так, свяжитесь с центром управления. Короче, нам сейчас будут голову морочить. Я тебе вот что хочу сказать. Я примерно даже подозреваю, куда нас заставят идти. Нажимай. Походу, подожди. Я сказал снабжение. Снабжение в пути. Припасы сначала надо позвать. А то мало ли. Да, дайте ко мне сахарку. Капсула снабжения. А что ты говорил насчет какой-то кристалла какого-то? Пойдем, мне тоже возьмем. Нету, все, я его сломал, и там ничего не было. Я просто пока еще не совсем понимаю. Я же не себе беру. Я просто пока не совсем понимаю, как у нас распределяются ресурсы на двоих. Все в общую копилку это подозреваю. Так, свяжитесь с центром управления. Как это сделать? Посыпалось. Это вот так? Да. Десантная капсула 9 метров. Капсулы направляются к исходной точке. Следуйте за ними и займитесь починкой десантной капсулы. Не забывайте, что найденные минералы можно разгрузить в приемнике на боках самой капсулы. А что они? Стимулы зафиксированы. Вот. Теперь принимайтесь за восстановление десантной капсулы. Капсула восстанавливаем. Первым делом установите связь между капсулой и орбитальной станцией. Там капсула сверху за висит. Дело. Ну, чемоданчик, помнишь, я говорил? Не очень. Ладно. Держитесь с центром управления. Сейчас... Как это сделать? Вот видишь, где я? Смотри на меня. Алло. Чё, где ты? Ага, ну. Вот я. Вот иди ко мне. А, вот тут надо чемоданчик этот. Вон она сверху. Где? Сюда. Ещё. Вот она. Угу.
Так, ты пока поставь турели, я ремонтирую. Турель готова к сборке. Турель установлена. Надо сейчас обороняться, надо будет два или три раза. Да, да, да. Вот. Связь установлена. Начинается процедура триангуляции. Не покидайте зону триангуляции, иначе связь оборвется. Второй попытки не будет. Сверху. Берегите патроны. Фатальный урон. Чуть плохо видно, блин. Ну да. Есть такое. Триангуляция на отметке в 50%. 50%. В прошлый раз, по-моему, как-то она подольше ползла. Или просто кажется. Не знаю. Наверное, когда вас трое все-таки, да, так ты далеко не уходи. Наверное, когда вас трое она... просто. Да, игра усложняется. Триангуляция на 75%. Почти закончили. Не путайтесь у меня под ногами! Короче, они, походу, только с одной стороны ползут. Перезарядка! А, турельки зарядить. Ты, у тебя еще как-то у них патроны кончаются, что ли? Да, мне еще не держать надо. Там большой прям ползет. Ага. Прям по капсуле. Дистанционное управление установлено. Ожидайте. Отправляем вам свежие топливные ячейки для десантной капсулы. Так. Что там надо? Заправить десантную капсулу. Нам вниз надо, походу, да? Да, нам вниз надо. Перезарядка! Сейчас я манатки соберу. Подожди, подожди. Не факт, что это надо. Ячейки с топливом на месте. Протяните рукав к десантной капсуле, не мешкайте. Рукав надо протянуть. Так вот они вообще вон там. Подожди. Его надо откуда вот тянуть? Она. От ящика? Вот так вот оно, вот здесь, вот. А. Так, ну... Давай, может, пробурить надо? Блин, да нет, погоди. Платформу поставь. Я там уже прицепился. Если я сейчас отцеплюсь, он у меня исчезнет, а я тут упал. Давай я пробурю тут. Мы вот с этой стороны зайдем. Нужно мне аж вот сюда. Только не снова. Бури. Так, либо подключай, либо уходи. Ай, меня грызут. Подожди. Ничего не вижу. Что происходит? Она меня выбросила. Жесть какая. О! Подавитель-ка пришел. А он злой. Да я уже заметил. Где турели твои? Леша! Что надо? Он за мной идет. Обычно. Да нормально. Да я его боюсь. Подавитель сдох! Подавитель сдох. Congratulations, да. Да, и это так. Так, погнали дальше. Дальше. Тянем. Ты тянешь. Пробурить надо что-то? Сейчас. А куда впихать? Вот, наверное... Тут единственный, где можно рукав запихнуть, это вот эта вот зеленая штука. Там. Именно она и есть. Ну вот. Ячейки успешно присоединены. Теперь подготовьте их к процедуре заправки. Пополняю запасы. Подожди, я, пожалуй, сам лучше заправлюсь. Мне гораздо лучше. Процедура заправки. Турель готова к сборке. Что-то там ремонтировать, готово. Да, надо? Вот здесь турель разбери. Вот здесь турель разбери. Я установил специально ее. А.
топливные ячейки. Да, мне кажется, они нет какого. Они тут нападать на них не будут. Работали. Жуки вас в покое не оставят. Ага. Да вот что там мне, блядь, сдается наоборот. Ну не очень-то нас в таком коридоре, конечно, закрыли. Очень маленьком. Вот это развлекуха. И они еще хотят, чтобы как-то Friendly Fire не использовать. На отметке в 50%. Сзади. Не стреляй меня. Ну его нахер, да один там управляйся. Тут что-то турель, по-моему, не очень-то помогает. Ну. Да ладно, сейчас тут осталось еще чуть-чуть продержаться. Перезаряжаю, дайте момент. Какой-то жук кислотный. Топливные ячейки на 75%. 75%. Мы почти справились. Ну не сверху, он в основном ползут, я смотрю. Тут. Мне большой пришел. Нужны боеприпасы. Готов подрыв! Топливные ячейки свое дело сделали. Двигатель десантный капсул запускается. Держитесь. Через пару мгновений мы будем готовы вытащить вас оттуда. Кручу колесо мыши, чтобы, блин, оружие достать. Ай. Устанавливаем удаленный доступ. Оно что-то не достается. Большой атакует в последнее время, я смотрю. Загрузка бортового мейнфрейма. ХП бы не мешало взять. Ну да ладно. Еще один большой. Там еще сзади ползут мелкие. Нет, нет. Должны, по идее, продержаться. У тебя прицел, что ли, сбит? Опять ты. А ты можешь поставить турельку? Налаживаем систему связи. Я умертвил претерианца. Турель нуждается в форме. Капсула 15 секунд. Я ему уже все патроны расходовали. Вашу мамашу. Ладно, у меня пистолет. 3, 2, 1, поехали. Все, поехали. Десантная капсула функционирует. У меня как раз патроны кончились. Пора лететь домой. Ровненько ушли. Да. Я еще там всякую, говорю, дрянь насобирал из этого. У меня как раз патроны кончились. Снова показательная работа. Сейчас посмотрим, сколько ништяков будет. Ну слушай, на сложном уровне уже поинтереснее все равно играется. Отлично. 70% надбавка за риск, чумное сердце. Вот это я не знаю, что такое. Ну посмотрим. Вот, это я вот насобирал чумное сердце. Я что-то еще там. А, и я золото. Золото мне попадалось. Этот. Большие куски. В смысле большие? Ну за него опыт дали. Ну бывает большие. И золото маленькими кусками, а бывает сразу такой здоровый кусок. Не видел, по-моему. Его не скинуть, ну, чисто на руках. Так, давай что-нибудь качнем, что ли? Навык мне подсказывает. Новая сложность, охота за яйца. О, обостренные чувства. У меня, короче, сразу же можно, я буду чухать, когда у меня враг собирается меня схватить. Но, в принципе, пока с этим особо не душат, так что я думаю, ничего страшного. Пусть оно будет пока. Загашники у меня. Так, и что-то я хотел открыть. Чё не помню. Можно что-то прокачать? Я думаю, вряд ли. Вот что я хотел. В принципе, у меня все, что надо, уже прокачано. Дальше надо просто уровень поднимать. Так. Тут аж на 10-м, да вы серьезно.
Или ты прям все способности качаешь? Не, я то, что мне надо, мне просто не хватало. Ничего. Не, не, нечего качать. Я пушки покрасил. Так, платформа, заряд, бомбовый заряд. Может, бород. Выглядит круто. И? Ну-ка, пойдем посмотрим, что там у меня за борода. Это как-то гномы без бороды. Есть борода, я скажу дай-ка тебе, примерю. Да. Такое мне нравится. Как влитое. Что насчет такого? Главное, борода есть, а цвет волос у меня что-то не меняется. Шотландская беретка, бля, за 5 косарей. Да пошел ты. Так, подожди, подожди, подожди. А где, где борода тут? Борода. Ну такое они какие-то тут убогие, конечно. Парни просто... Ну-ка, усяки. Лучше всех на планете в плане скинов движется Габен. Какая вот за, Габен... забавная щетка под носом. Вот говорю, лучше всех на планете в плане скинов движется Габен. У Габена просто в плане скинов никто на планете лучше Габена не делает. Главный убор. Ну тут шапочки какие-то, шапка Марио. Такое. Можно шотландский себе этот кеппи надеть. Да ладно. Он 5 косых стоит, обойдутся, ёпта. Усяки. О, кстати, чё по кривчанскому? Крутяк. А где шапка? У нас получилось. Почему я не могу пиво вот это купить? 3 чего-то там надо. Супер. Броня, а, ну да, разницы никакой особо. Что бы выбрал Карл? Может пока быть? Так. Чё там, ты решил пиво бахнуть? Да, там ничего нет. Там ничего нет? Да. Здесь... Завершите 3 миссии, как стрелок или разведчик, и получите 250-500 поинтов. Ну тут надо несколько персонажей качать в этом плане. Угу. Да. Так, у тебя есть биозона зарослей? А, погоди, погоди, погоди. А, ну тут ты как раз в ней торчишь. Во, открылась. Все, все, у меня вся карта почти открылась. Биозона зарослей. Выгода камней, да? Ну да, походу. Давай ее. Хотя тут... А давай по сюжету, чё ты? А это прям сюжетное? Ну, похоже на как бы, как будто бы что-то такое. Не знаю. Задача определена, капсула подготовлена, шуруйте на борт. Ну, за неё насыпает именно тех ресурсов, которые... Сейчас, погоди, не заходи. Давай, сейчас перекур сделаем и продолжим, перекур? Да? Ну, давай. Давай, 3 минуты.
Алло. Может, там дроида можно прокачать? Шалом. Шалом. Шалом, православные. Я вот сейчас задумался, как можно англоязычному человеку объяснить выражение «жопа с ручкой»? Сложно. Сложно, сложно, непонятно. Я тоже не знаю. Как по-английски жопа будет, интересно? S. S? Pen and S? Ну да. Наверное. Будто сами роем себе яму. Возьмите себя в руки. Там нормально. Не забывайте. 800. Не бросай. Так, что там? Время собирать яйца. Жучиные яйца. Шесть яиц. Компании они необходимы. И не рекомендую интересоваться зачем. Найдите их, загрузите в мула и Боль, возвращайтесь. Да. Все просто. Давай-ка золотишко вон, сначала подберем. Вон, что это такое? Что там, материал новый нашел? Нет. Надо попробуриться, наверное. Да, подожди, тут золото собираю. Усиленно, в порядке. Не знаю, что это такое. Какие-то цветочки. Надо бы позвать мула. Так, Молли, где он? Где это чертово ведро с шестеренками? Где мул? О, старичок, иди-ка сюда. Там золото загрузим. Так. Что ты там, выберешь или нет? Так, сейчас. Иди. А еще платформу. Платформа поставлена. Давай тогда собирай тут. Я пойду пройдусь, что там посмотрю. Такс. Походу большой кусок золота нашел. Так. Молли, братан, дружище. У нас тут есть кое-что для прокачки на самом верху. Вот я тоже да. Видел давай. Там какую-то дрянь какую-то на самом верху. А да. Что это? Ну, это для прокачки. Материал. Давай отсюда, я забурюсь. Вот, да, пробурись наверх и... Сейчас, подожди, мы тут золото да выберем. Хочу пропадать добру. Вот, теперь отсюда давай наверх. Чёртовы буры перегрелись. Стоять. Подожди, что-то как-то... Ой. Надо вниз. Вот. Всё, я на этой платформе. Ну, на этом уровне. Перегрев. Короче, я уже так. Собираю. Тут у нас что есть? У нас есть тут нитро. Подожди. Блин. Я вообще не там упал. Но посыл был уверен. Ну, да. Почти. Как попасть-то? Блин, я опять упал. Короче, давай нитру собирать. Что-то тут как-то странно все. Сейчас я здесь кругаля дам. Я посмотрю, что тут еще. Ну все, я понял. Я тут не дотягиваюсь чуть-чуть, ну ладно. Сейчас я сверху спущусь и дошукаю.
Кошмар. Что-то я вообще ни одну моль не видел, во-первых. Так, давай посмотрим. Два яйца у нас прямо внизу. Пора сбегать к Молли. Слушай. А давай мы так и сделаем, да? Вот прям пробурим вниз. Строго. Я попал? О, перебор. Я не знаю. Перебор. Где-то тут. А ты куда бурился? Ты где вообще? Подожди. Я тут определяюсь. Где-то тут вот. Да. Сейчас первое яйцо надо откопать. А, прямо по курсу. Где-то. Ой. Ой, кто там? Где-то тут яйцо, подожди. Оно у нас будет вот тут. Да. А-а-а, больно жарят, Лёха. Все, ну закончили жарить? Оружие, наточите кирки, мужики. Все, выходим. Получается драка с Роем. Выходим. Рой. Рой еще идет. Где все? Да давай прям тут. Он прям с этой дырки ползет. Короче, теперь они, по-моему, отсюда ползут. О, моль. Не знаю, получится ее попасть мне. Попал. Еще бы ты не попал. Да, у меня такой. Почти что. Пол пещеры расколотил. Так, еще одна. Ой, еще одна моль. Мне ее надо увидеть, и я попаду. Ну да. Вот, тихо, сидит. Три. Ползет. Хорошие новости, народ. Орда жуков на ладан дышит. Осталось добить, чтобы не мучились. Все, остатки. Которые сладкие. Ну да. Все, собирай турели. Упс. Как я не вовремя это сделал? Ну ладно. Дожжем. Дожжем, додавим. Так. Какую бы вот сторону там, тут? Ты отрыл, там такая огромная площадка вообще. Ну да. Туда можно сходить. А что там? Подожди. Ты должен как-то прорыть, бляха, по-человече. Ну давай. Какую-то сторону вниз. Ты куда? А, вниз? Да. И мы-то как раз сразу выйдем к пещерам. Вот и все. Угу. Баста, карапузики. Короче, тут моли. Да, тут моли много. Прихлопнул моль. Это... Шукаем хорошо. Моль. Ну, вообще, нам бы нитру собирать. Походу нас тут будут душить жестко. Вот она. Вот и нитра. И в этой же пещере у нас одно яйцо будет. Из шести, кстати. Я загружен до так, предела. Мне нужен мул. Здесь и сейчас. Так, и давай посмотрим, что у нас тут. Яичко ближайшее. О, ну такое. Услада для моих ушей. Так. А отстаньте вы от меня. У нас, кстати, нитро на одну зарядку уже есть.
Нормуль. Вроде справляемся. Интересно, какой бурдой сегодня в столовке кормить будут? Пока живем, да. Ну да, да. В общем, я пошел к яйцу. Погоди, я себе этого, бляха. Вот оно. Оно где-то тут. Истина где-то рядом. Я себе вызову этого. Потом заберешь. Че там вызвал? Ну, к себе заберу. Бля, беда какая-то. Стая жуков направляется к вам. Ой. А, где ты есть? Не смогу объяснить. Я там, где му. Запрошена капсула снабжения. Так, запускаем сейчас, подожди. Сию минуту. Я попытаюсь к вам добраться. Мула не вижу. Я жуков у вашей позиции. Время пострелять. Вот му прямо у меня. Я вот прям рядом с мулом. Так, я тут просто с яйцом иду к вам. Мула не вижу. О, блядь. Так, все, некогда, короче. Мулом ковырят. Не в ту сторону воюешь, мимозыря. Тут еще и моли досталось. Сдохла. Мне нужно было ветерком поразгрузить. Сзади. Молли, беги ко мне. Получи по заслугам. Инопланетная. Вот и, вот и Молли. Турель. Че, отбились? Да, пока, пока. Чини. Остатки Орды все еще рядом с вами, не расслабляйтесь. Да-да-да, остатки Орды рядом. Стреляешь по своим. Тоже англифая. Все? Да вроде все. Так, нам еще 4 яйца. 3 моли. Так, вот здесь у нас где-то будет одно из... Да? Да. Поэтому давай-ка мы забуримся вот примерно так. Не вижу. Что надо? Бля, меня какой-то жук наверх поднимает. А я не хочу подниматься. А я не хочу подниматься. Так, стоять. И яйцо прям в середине. Оно в середине, только я не понимаю, наверху оно или нет. Ну-ка смотрим. Только что же тут было. А где? А, ну ниже. А, ну, бури вниз. Вот оно, наконец-то. Здорово, Альфа. Приятного аппетита. Так, как забраться-то? О, тихо. Вот, все, я забрал яйцо. Я только не а вижу, куда это было, когда ты забрал? Ну, они злятся. Мы их яйца таскаем так-то. Да? Надо вниз, Леш. Да, я уже спустился. Ну, чё, да? Вот и мне. Готовься там, чё как. Три яйца есть. Патроны кончились. Мало патронов. Точнее, у меня их вообще нет. Еще дюжину жуков. Собирай здесь всех. Да-да. Теле, здоровый. Вот вам и борьба с вредителями.
Так, надо бы, я думаю, вообще отсюда уходить. Думаешь? Ну да, потому что следующее яйцо у нас внизу по спирали, короче говоря. Так, мне нужно вспомнить, где мои турели. А, все при мне. Пополняю. Ну тогда лутаю патроны и пошли. Да. Хватаю патроны. Не под всеми ракурсами эти яйца видно. Очень странно. Так. Судя по карте. Эти штуки опасны. Нам надо чуть вверх. Чуть вверх и по прямой. Вот сюда. Ты милый, но ты мёртв. Давай-ка мы нитро соберем. И потом отсюда надо будет забуриться. Я сейчас посмотрю. Вот как-то так. И наверх. Вот примерно вот в этом ракурсе. Но местность подходящая. Так, мне еще вниз. Вот оно. Как спуститься-то теперь? Подняться. А, вот. Вот оно, ну тут. Сзади. Все, ты его грохнул? Нет, еще. Все, он лег. Лег и сдох. Так, за молью мы, наверное, пока бегать-то, наверное, не будем, да? Тут осталось-то две штучки их. Давай, яйца. Это ж... Одна. Следующее яйцо у нас, получается, надо отсюда выйти и подняться чуть выше. Вот, скорее всего, веди по этой... Веди нас, Сусанин, веди нас, герой. Да. Вот. Идите вы, я сам здесь впервой. Вот отсюда примерно. О, золотишко. Будем собирать? Конечно. Бабки, снимай бабки! Так. Отсюда наверх. Смотрим. Я прям под яйцом. Вот она. Да ты не торопись. Давай-ка мы. Да, мула сюда. Сюда. Блин, прикроешь, а то оно упадет. Все, все, все. Последнее это яйцо. Превращается в руки. Три стрел, отстрелялся. Последнее яйцо. Давай я чуть золото поковыряю тут, пока достаю. Упс, упал. Ну да ладно. Так, смотрим, следующее, последнее яйцо, где оно вообще находится? Где? Yeah. Так вот, тут такая каша, конечно. Ушастый. Я очень дико извиняюсь. Я не на ту кнопочку нажал. Они очень рядом. Очень. Так. Да, это F и G. У меня кластерные гранаты просто поставлены. Блин, а где? Где? Я вообще его не вижу. Я даже тебе больше скажу, я не понимаю, как ты это смотришь. На таб кручу карту и яйца за стенками. Дочь пошел. Вот она. Она в самом внизу. Вот. Короче говоря, вот так. Вот туда где-то, да? Да, вот. Да. Вот она. Она может, где-то под землей? Тут. Что, простите, блядь? Ну, я думаю, таким макаром хотели показать нам подводную, ну, как его, подземный
Что подземные? Подземные воды, может, я не знаю. Ну, подземные воды не дождем идут, блядь. Где Молли? Где эта тормозушка на четырех ногах? Стоп, они идут. Они разлетелись. Смотри, куда стреляешь, пуплыжник. Молли. Все, моль выполнена. Теперь завершите основную работу. Основная. Все яйца собраны. Руководство будет довольно. Кнопка для эвакуации активирована. Так. Подожди, кнопка для эвакуации. Сначала давай патроны. Да, вот я тоже так думаю. Надо отойти сначала с патроном. Отправляется к вам. А то что-то мне кажется, они сейчас будут дико душить, а идти нам я вообще не знаю куда. Капсула снаряжена. Адмирал, я не иди нужно от этих патронов. Пополняю запасы. То, что доктор прописал. Капсула. Капсула готова. И чё? И где? Чё, нажимаем? Я уже нажал. А. Что-то я не понимаю, с какой стороны она спускается. Умеет ждать, тому достается самое лучшее. 63 метра. Мол следует к зоне посадки. 63 метра, нормально. Доберем. Посадная капсула отправляется через 5 минут. Если сейчас мол не решит куда-нибудь на потолок залезть. Он решил на потолок залезть. Полез. Вот падла. Так, Бури. Да. Заберешься? Да. Бегом, бегом! Капсула задерживаться не станет. О, нифига, это какие-то новенькие. Они уже были, ты просто их пропустил. Да. Ну они, видимо, слишком быстро умирают, поэтому. Так, ну и все, мы возле капсулы. Так. Мы сейчас туда заберемся. Вот. Поторопитесь, так. Команда. Десантная капсула вечно вас ждать не будет. Будем менять ландшафты вручную. Капсула пойдет на взрыв через 4 минуты. Да. Я уже заскучал. Все. Яичишкой постучал. Хорошо поработали. Вытаскиваем вас. Пойдет. Манная набавка за риск 70. Дрожжовка какая-то. Две штуки мы собрали, я не знаю. Суматохи, наверное. Я какие-то цветы утал. Два штука помню. Ну вот, это и есть какая-то. Как ее? Бомжовка или как? Бомжовка. Будет бомжовка. Нам не жалко вообще. Так, завоевание Хокстесса. Ваши старания были замечены руководством. Вывоз материалов. Что вы готовы к более тяжелым испытаниям. Угу. Не могу сказать того же, но будем посмотреть. Будем посмотреть, говорит. Достижение получено. У меня уже, блин, навыков нужно прокачивать, а я что-то все. Все, да? Ноль навыков. Как говоришь? Ну, я навыки не качаю, нифига, что-то. О, мне дали 4-й левел. Теперь можно качнуться, наверное. Нет. С этим никак. Вот тут. Что берем? Увеличивает общий урон от вашего оружия. Уменьшает отдачу оружия. И разброс при выстреле, позволяя вам чаще попадать при быстрой стрельбе. Ну, не знаю. Боезапас. Нет, давай-ка мы в урон... Забахаемся. Бабки. Надеюсь, не зря. Урон, по-моему, нужнее. Кирка. А это ладно. Взрыв пакет. Ну, не знаю, тут, в принципе, не важно, что. Экспериментальная взрывчатка может взрываться при повреждении. Ну, это типа... Емкость магазина. Ну, это типа поставил, и у тебя идея. Так. Буры. Бури быстрее просто. Сейчас способность. Просто бури быстрее. Да, и вот все. И все. Но что мне ты... не хватает ресурсов под это. Печально.
фугасная граната. Да давай. Костюм крот. Пламя наносит половину меньше урона. Давай. Тоже пойдет. Так, взрыв пакет давай какой-нибудь. Неважно, я ими не пользуюсь, пускай хоть что-то стоит. И мне надо чего там для буров надо, вот какой-то красный материал, я не знаю какой. Мы его еще не находили, кстати. Угу, 35 его... штучек, да? 12 все. Он такой, как с какими-то вкраплениями. Не знаю. Нет у меня такого материала, не видал еще. Так, давай дрона качнем тоже. Чё же нет-то? Есть шанс отпугнуть врагов взрывом ракет. Интересно, что лучше взять? Емкость магазина на 2 больше? Или время перезарядки на 0,5 секунд? Так. Увеличивает увеличение яркости, которое может иметь значение в некоторых наиболее темных пещерах. Дополнительный заряд реанимации для возвращения и общий боезапас. Ну понятно. Тогда мы только это качаем. Этот дрон будет просто зверюгой. Ага. Добавляет криогенную жидкость к взрыву ракеты. Холод замедляет врагов, а при длительном воздействии может заморозить их. Но зона поражения увеличена. Броню взрывом ракеты. Да, пожалуй, я вот это возьму. Дрон становится все сильнее. Какой-то скин разблокирован. Ветеран войны. Для кого? Для кого ветеран? А, вот. Он просто не сразу появился. Где ты это нашел? Да, это на дрона я качаю. Боска. Но если ты один играешь, он поможет пригодиться на самом-то деле. Ну я один в нее. И причем неплох. Я один в нее не игрок. Так, тут тоже ничего нового. А вот здесь посмотрим, что есть. Так, цвет волос. Вон, давай. Че, коренного сделаем этого, бельгийца? Или рыжего. Давай блондина, короче, берем. Каждому нужна такая штука. Так, я теперь этот белокурый. Что, у меня вот как один скин у тебя был, такой и есть с самого начала. Я не знаю, почему оно не меняется. О, с ракезом даже можно. Нормально так. Да, почему бы нет, наверное. Ну, кепочки что-то мне не нравятся. Давай ракет поставим. Почему? И да. Поводничаю. Вот так вот. С бровями, как у Брежнева. Нет, лучше злые, наверное, брови пускай будут. Злые? Да. А то с брежневскими бронями то вообще ничего не видно. О, можно бороду по пояс вообще. Ха-ха, по живот точнее. Ну, не знаю, не знаю. Мощная козлиная борода. Да давай, прикольно. Выглядит круто. Так, бакенбарды какие-то, ну такое. Не обязательно. Я, пожалуй, еще очки одену. Можно, интересно? А где очки? Отлично. Не, отдельно никак. Ладно. Ничего страшного. Ты сейчас, когда четвертый этот следующий уровень получишь, тогда у тебя будет это. Будет то, что надо. У тебя откроются еще всякие там скины и так далее. Так, биозона зарослей. И новая миссия какая-то. Земля старика написано. Соберите 7 акварков каких-то. И соберите ибарехов. Еще. Ибарехов собрать? Да. Ну давай, чё. Ну, мы по заданию, если давай. Да, по заданию. Миссия.
Миссия выбрана. Десантная капсула готова. Все, полетели. Там все. Я пока не знаю, что это за эти. Для меня это новые миссии. Новая миссия какая-то. Земля старика. Какие-то акварики. Или что-то такое. Акварики какие-то. Собирать не знаю. Это камни, скорее всего. Да, похоже. Сейчас посмотрим. Но все равно в этой биозоне зарослей, короче, нету нужного мне материала. Метров на 800 так войдем. Ну, почти. 820. Если выживем, расставлюсь. Оп. В баре. Так, я вижу уже. Мы один ебарех. Регион с богатыми залежами акварих. И ваше дело забрать как можно больше этих ценных минералов. Ищите синие мерцающие вкрапления и извлеките акварки из породы. Для обработки минералов мы отправляем вам буровую установку и ожидаем сильное сопротивление от мерцающей области. Поэтому установка была оборудована автоматическими турелями. Итак, сфокусируйтесь на добыче. Все от меня. Я не знаю, он мне что-то тут рассказывал. Тут жуки пердят по духу, я ничего не слышу, что он там мне рассказывал. Какие-то вкрапления, говорит, синие надо доставать. Я внес свою лепту. А у нас 5 турелей, кстати, в распоряжении. Я так понял, что нам сюда надо таскать материал. Не знаю, давай посмотрим. Оп-оп-оп-оп. Пока далеко не уходим никуда. Что там тебя загрызли? Я упал. Не беда. Не беда, у меня ХП нет. А тут валяется. Тут на потолках много. Мне вот интересно, стрелять по жукам и копаться в грязи — это самая лучшая работа в мире. Разгружаемся тут, короче. Этого ишака нету. Отлично. Да, я понял. Маленько нитры не повредит. И вон еще зеленка какая-то. Тоже берем. Ну-ка, подожди. Попробуем вообще побурить это дело. Не бурит. Когда-нибудь наступит тот день, когда у меня заработают руки, буроруки. Я смогу бурить породу. Нужную. Там какой-то жук пердежом разорвался. Это у меня тут неподалеку. Ебарехи. По курсу много ебареха. Сколько их? 14 штук надо взять. А что за крапление? Интересно, синие, которые надо собирать. Кстати, еще говорили то, что этот, как его... Что-то я хотел... Подожди. Кстати, вот эти вот ебареки очень похожи на лицехвата. Это оно? Да, кстати. По-моему, это не оно. А почему нет? Это не то, что нам нужно. Ладно. Я предлагаю все равно брать. Чего брать? Так если это не берется. О, слышь, я нашел какие-то синие вкрапления. Так вот, я про них и говорю. Они не берутся, может, не долбить. Нет, тебе именно что-то через них, может, проходить надо. Да нет, что-то там проходить. Единственное, что... Тут можно забуриться там, где у тебя пещеры. Ну, как бы, вот показано. Попробовать забуриться, где у тебя синие вкрапления. Да не. А если, смотри, у тебя буровика прям нету вообще в команде? Я думаю, это не так работает. Я тебе к тому, что при синие вкрапления... Да, отвалите. Может, попадешь куда-то в обычное место. Короче, я пошел выгружаться. Да нет, синие вкрапления, по-моему, уже где-то были. Где-то мы их видели. Тот мужичок из управления, халявщик, каких поискать? Акварки. Вот как они выглядят? Я не знаю, может быть, это просто в другой пещере? Рой уже здесь.
Надо бежать к этому. Да, давай тут постоим просто. Я пошел на базу вообще. Так я тут и стою. Ну, я-то убегал. Все, давай, подходи по одному. Можно патроны, в принципе, не тратить. Так, потихонечку постреливать. Так, вот это уже дело плохо. Бомби зоны столкновения, пока вас не прихлопнуло. А где зона? Валим с базы. Валим с базы, долбанет. Метеорит всех расставил по местам. Ни хрена там метеоритище, ёпки мать. Ну да. Вот его надо ломать. Я обжёгся. Думаешь, а что будет? Да. Вот с него я всякие сердца там добыл в тот раз. Ага. Камнеломы скоро будут в вашем распоряжении. Заготовьтесь получить коктейль камнелома. Сейчас мне комплект какой-то камнеломов прилетит. Ну вот один, я знаю, где приземлиться. Все, бурим метеорит, потом все остальное. Его нужно поставить. Да. Ставь один слой. Я второй заберу, принесу. А, его подключать надо? Я дам. Проведем. Вот второй, видишь где? Да, 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 я тяни, тащу чё? От него. Тяни. Тяни, с этим нормально вроде, тут недалеко. Попробуем забурить метеорит. Разнообразие. Подожди, подожди. Давай. Чё, надо что-то забурить? Э, да, вот мне пробуриться, мне вот, вот сюда нужно. Внимание! Угу. Всё. Намного лучше. Тяни, где бурил. Или никак? Все, хана. Не сломать? Вот. А, вот, нормально. Да, убей! Осторожнее! Как не видно ни хрена, блин. Габла! Бедные мои ботинки! Это все, что вы можете, твари ползучие! Так, все равно что-то фэпосы падают чуть-чуть. Угу. Ну ты тяни есть, пока. Есть, про лаги. Да. Вот так попробуем. Все работает как надо. Можете начинать раскалывать эту штуку. Ждем вашего сигнала. Поник готов поставиться в гости к метеориту. Так, подожди, это надо как-то чинить или что-то, я не знаю. Ну, я свою там подключил, ее подключить нужно. Подожди, подожди, не дают. Да, 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 я точно запишу в книгу обид. Камнекол, все, ставим. Отбойник работает благодаря этой камне. Отбойники начали барабанить по метеориту. Будьте настороже, жукам такая шумиха точно не понравится. Готовьтесь, это он долговато, да, по-моему, будет? Ну, как? Не быстро видно. Ну да. Камнеломы необходимы для вскрытия метеорита. Держите их в рабочем состоянии. Ну понятно, молоты, короче, охраняем. О, слушай, быстро вроде бежит. Да нормально. Остановилась. Запустите заклинившее оборудование. Клинануло что-то где-то. Перезарядите. Надо вернуть в строй аккумулятор этого отбойника. Ура, и дальше. Все, я починил. Сейчас я свою делаю. Мы получаем четкий сигнал от камнеломов. Молодцы.
Хотя этого в задании не было вообще. Ну, это дополнительное, ай! Ну да. Больно! Хорошо, что тут турели еще есть. Внимание! Камнеломы атакованы! С какой стороны они тут атакованы? У меня нормально. Тебя там как, грызут, не? Все сломали. Что мы с этого получим? Мои ноги. К вам летит множество осколков метеорита. Мы собирай. Блять, я просто сейчас умру, если я еще прыгну по этому говну. Подожди. Прав? Прекрасно. Один только. Собирайте чумные образцы из метеорита и можете продолжать свою главную миссию. Дополнительная была. Я не знаю, трясется что-то все. А, метеорит. Маленькие, что ли? Да, походу. Что-то тут беда какая-то вообще происходит. Горячо, горячо. Ай, горячо, горячо. Жжется. Глаз. Самое оно. Стоять. Оп-оп-оп. Рой, они уже здесь. Тихо. Горячая. Ну что-то прям душат в этой миссии, я смотрю по лютому. Выгружаю минералы. Так, подожди, мне надо подоспеть немножко. Слишком. Или ты забираешь? Что, я последний вроде как забрал. Да. Ну все, тогда валим эти. Дальше. Рой! Работа выполнена отлично. Все чумные семена собраны. Турели забрать надо. Где? Турели, ну да, забирай, стоят. Забирай, чё. Сколько у нас нитры? Угу. Кто-то пердит там на всю пещеру. А, вон они там взрываются. Это ты их бьёшь? Нет, они сами. Что ты думаешь, запердёшься такой? Так. Какую бы сторону вообще? Какую бы сторону вообще сходить? Ай-яй-яй! Получайте. Чтобы еще и ебарехов собрать. Пока нет факелов. Надо хп пока упасть. Так, ага. Здесь точно нет ничего. Ой, походу нашел ебарех. Где? Я вот тут нашел троих. Хулиганы. Да, и болех собрал. Вообще долбанет. Газовый гранат случайно кинул. Че, нашел и болех? Да, один нашел. Так. Я тебя не вижу. Вот сзади. Пошли вход в другую пещеру искать. Я тебе предлагаю... О, погоди, здесь еще кристаллы. Нужно ломать. Какие? Ну какие, блядь, эти? Нитро, что? Здесь вот и нитро выпало. Ой, я чуть не подох. Помнишь, еще ж дополнительно падали? Землекрушение было. Ай, валим. Валим, валим, валим. Найдите укрытие. Мне пиздец. Че, не смог убежать? Не знаю, вроде убежал. Еще метеорит один грохнул. Еще один упал. Да ну вы еще прикалываетесь. Не, этот нельзя, походу, колоть. Жжется. Этот, походу, нельзя колоть. Какой? Этот большой нужно как и тот делать. Как мы прошлый делали. Нет, не пишут ничего. Есть там, мне выпадало уже. Ай-яй-яй-яй! Ой, я не знаю, запросить капсулы, короче. Ожидайте подарок с орбиты. Камнеломы в пути. Вот они. Неприятненько. Чё, мы все равно достаем камнеломы эти? Ну, ты уже запросил. Ну, да. Не, ну можно просто этого не делать.
Там вон этих понападало. Вот два камнелова. Раз. Давай, я верхний тяну. Короче, я не понимаю, где верхний. Ну ладно. Пень, короче, все вы. Все вы. Так, с какой бы стороны тут ее шибче протащить? Горячо, горячо. А ты не, да ты конченый, ты понимаешь это, дядя? Платформа. Так. Примерно вот так протащим его. Вот так вот. Ай-ай-ай-ай. Горячо. Слишком жарко. Тут жуки, и тебя еще жарит. Жесть какая. Как же вы неохотно подыхаете. А с какой стороны-то надо его подключать первым? Я уже что-то ничего не понимаю, блядь. Проложите силовой. Ну. Проложите силовой кабель. Силовой кабель это куда? Нужно. Вот. Вот здесь у меня бур. Вот. У тебя бур или что? Но не подключается. Все камнеломы подключены. Займитесь сборкой и начинайте, как будете готовы. На первый раз прощаю, а потом нос отгрызу. Все подключил? Нет, второй еще не подключен. Подключен, он просто давай. Не под этого. Ну да, да. Так, я на верхний иду запускать. Или не надо? Держите ухо востро. Давай, ты там стой, я тут буду. Короче, это последний, наверное, будем метеорит. И все, и да, потом, ну его. Хорош. Надо выполнять задание, наверное. Хотя. Может за это что-нибудь козырное дадут. Тебе там идут толпой просто. Нет, тут тишина. А нет, не тишина. Вот и до меня добрались. У меня оружие закончится скоро. Так, давай-ка я посередине вызову. Это займет целую вечность, если вы не будете чинить аккумуляторы. Отбойники без них работать не могут. Я перезапускаю. Шаг назад. Капсула снабжения скоро прибудет. Дальше. Бурим. Все камнеломы вновь работают. Еще немного, и мы расколем эту штуку надвое. Патроны. Я насыпался. Думаешь, сможешь меня убить? Та-та-та. Я, пожалуй, я их пожарил лучше. Так быстрее. Пистолет дело хорошее, но очень редкое. Готово. Начинается. Задайте гадам жару, вы справитесь. Брак на подходе. Отличная работа. А теперь заберите все, что было внутри. Ай. Ай, не забрать. Прекрасно. Соберите чумные образцы из метеорита и можете продолжать свою главную миссию. Никогда не отмоется от этого запаха. Перезаряжаю, дай пара. Так, а где база-то? Ой, беда. Ой, беда разрушения, я не знаю, где база. Давайте закажем капсулу снабжения. Вернись лучше назад. Ничего не вижу. Попереться в момент, когда у нас на падении. Я еще ничего не понимаю. Во.
Капсула снабжения. А, вот она. Так, все. Нет? Нет, они лезут тут без конца просто. Да что такое-то, мать вашу? Ну и чё? Всё? Закончили? Нет. Остановись, стажок. Остановись-то. Так, тащим. Я вот одну пру куда-то, я не знаю, но я не совсем уверен, что база где-то тут. Тяжеленько. Видишь огонь? Верно идешь. Чё со мной? Меня кто-то схватил. Я не знаю, как это получилось. Со мной что-то произошло. Не знаю, откуда-то урон пролетел. Там еще осталось что-нибудь? Я забрал, вот сейчас последнюю несу. Все чумные семена в нашем распоряжении. Прекрасная работа. Надо полечиться чем-то. Все, мы когда-нибудь приступим к миссии-то и орехи собирать. Я даже вот не знаю, это как, где следующая пещера. Короче, я предлагаю пойти, вот помнишь, мы вот находили эти как... Да, ну это не то. Синий кристалл, пробуриться там куда-нибудь. Да нет, там может ничего. Найдем. Нету? Это даже посмотрев на тап, у нас ближайшие пещеры-то нету. По-моему. Чё, блядь? Что, не выпало? Кристалла? Чупсы? Подожди. А где у нас вообще? Стой. О, еще нашукалил. Че? А я еще одно сердце нашел. Там же маленькие кристаллы еще падали. С маленького нашукалил одно. Я не вижу следующих пещер вообще. Странно. Ну он же тебе говорил бурить там, где синенькое. Где синенькое. Ну, блин. Ну давай попробуем побурить там, где синенькое. Вы задолбали. Меня это чумное сердце схватило, блин. А нет, вот это оно. Это оно? Нет. Оно, короче, когда заполняется. Короче. Я... Чё, там, где синенькие нашёл? Вот эти вот камни, это и есть то, что мы ищем. Дайте ко мне сахарку. Ну, я ж тебе говорил, а ты говорил, что нет. Вот сколько их штук тогда? 7. Нет, я понял, что надо 7. Мне стоит дальше рыть? Или же этого достаточно? Хрен его знает, товарищ вот бабушка. Вот. Потому что я такие крапления, по-моему, видел только один раз. Да. Ай-яй, отвалите. Я яйцо тащу. Ой, не яйцо, я камень несу. Так, погоди, стой, я сейчас до тебя добегу. А где он? Нужно... А, вот. Он светится. Я тебя охранял. Да все, наверное, они уже отстали. Ну нет. По звукам нет. Не отстали. Но у меня тут турели прикроют уже нормально. Фатальный урок. Это по-своему больно? Ну, вот это один, надо еще 6. Так, а где я еще? А там что, еще ничего не побурить? Капсула снабжения. Да я не знаю, вот стоит ли там бурить вообще. Пошли еще побурим, какая нам разница? У нас выбора много. Сейчас, подожди, мне заправиться надо. Давай. Ничего не осталось. Если что, потом у меня, если что, у нас есть еще... Хватаю патроны. Вызови. Контакт! Зарядите оружие!
движение, огонь по готовности. Да ладно, мы же недавно отбились. Вернись-ка лучше на базу ты. Так вот, иду. Тут еще печально. Снова они пердят. Так, я хочу вот посмотреть где-то вот здесь. Ага, вот они, вкрапления есть. Только они очень высоко. Не, ну слушай, в принципе понятно, как искать, но... Подожди, подожди-ка. Нет, это не то, что надо. Ладно, наверх надо. Блин. Да, наверх надо. Он большой. Да что ж такое-то? Не дают даже сориентироваться. Короче, давай вот так. Нитро. Хотя бы нитро. Нитро. Хоть что-то, хоть что-то знакомое. Так, вот здесь где-то. Вон там, походу. Должны быть вкрапления. Вот они. Вон там. Да, вот они. Так, отсюда мы забуриваемся. Ну, давай, вот, трогай вниз. Жалко Молли не позвать. Где база? Покажи мне, где база. О, пошли вниз. Вниз иди. Давай, тащи, а то я этот, как, я только на Ctrl нажимаю, у меня сразу же этот, сразу же бросается камень. Идут, да? И а, сюда. Вот, все, я вижу базу. Бежать? Вот туда можешь его просто бросить вниз. Если ты прыгнешь, ты упадешь, больше не поверну. Погоди тут, уёбки. Уродливый ты сукин сын! Нормально, тут можно падать. Блин. Не шибко. Ну как бы бьет, но ладно. Я дотащу. Короче, по сути, нам дали одну пещеру большую. И в ней надо найти. В ней ковыряться. Да, и в ней надо ковыряться. Остальные. Так, в какую сторону пойдем? Пошли вот туда, наверное. Меточки бы можно было бы ставить. Где яблочко? Подожди, не могу запрыгнуть. Меняем ландшафты. Причем вручную. Да. Нет, где нет. Ты? Вон ты. А тут пусто. Чё там? Да ничего тут нету. Пусто там. Ну-ка сюда. Как бы у нас этот метеорит не приземлился на синие, это, на синие вкрапления. Светилки не готовы. Это будет не очень. Не очень. Ау! О! Ау! Арка! Спокойствие, спокойствие. Так, не надо полечиться. Опа. Опа-опа, как туда добраться? Да.
туда? Подожди. Ну вот, прям если тут стоять наверху, вот, строго. Так бури строго вверх. Чтобы можете, тупари. Нет, там потолок как бы. Да, давай думать, как забраться туда. Куда? Ты мне покажи, ты говоришь туда, это куда, я не это понимаю. Это вот сюда. А, вот. Смотрите сюда. Есть в чем забава? Вот, короче, смотри. Эй, народ, вот здесь, бури вверх. Просто тупо вверх. Давай попробуем. Что еще? Да, да, да. Надо сделать. И маленький команда. А теперь? Погоди. Я ничего не вижу. Я не ты один, у меня тут столько господ. Так. Тихо. Тихо. Ну тут как ни крути, придется бурить. Да что бы ты бурил. Причем все время вверх. Ай-яй-яй, ничего не вижу. А я-то думал, хуже быть не может. Да ну, нет, неверно я пробурил. Ну-ка. Да умри ты. Примерно так, но не точно. Так, я отхожу. Я вообще не понимаю, где ты. Куда ты ушел? Вниз будешь, что ли? А чё, у меня патроны кончились, падла. Я тебе не враг. Я сейчас скоро отъеду вообще. Да что, боеприпасы закончились. Отсюда. Отсюда где-то вот примерно так. Оно нет. Перегрев. Перебор. Падла. Стой, надо. Они прям по дыркам ползут. Какая-то жесть вообще творится. Так, вот примерно. Вот отсюда. Надо пытаться пробуриться вот сюда. Компании пора вложиться в качественную экипировку. Я, короче, запутался. Вот, подожди. Все, мы где-то выбрались. Вот. Стой. Синенькая есть. Вон сверху синенькая. Ебарец. Давай. Погоди, вызываем капсулу. Да, да, да. С оружием. Я их киркой убиваю. Получи по заслугам. Стреляй по жукам, а не как душа-то, а? Я заказал. Ты вызвал? Да. Капсула со снабжением запущена. Лучше сделайте шаг в сторону. Бля, как хуёво здесь зиплайн. Сюда не специально. Я сейчас скоро сдохну. Ты аккуратней. Готов убить еще один. Пополняю часть боезапаса. Чувствую себя гораздо лучше. Кто меня грызет постоянно? В атаку! Вашу мать. Беру боезапас. Здорово! Пополняю запасы. Так, ну чё, прикроешь? Или подожди?
Я не знаю вообще. Стой, дай сюда мне его. Дай. Иди, веди меня. Тебе лучше, у тебя буры, ты можешь насквозь пройти до базы. И все. Я не совсем. Путем. Знать бы, где она еще. Нам теперь в хату. Нам-то в хату. Подожди, а что если нам, допустим, взять и здесь еще платформу бахнуть и... Чё? Чтоб с двумя наверх камнями идти. А ты бурить как будешь? Да никак, по платформам будем ходить. А стрелять ты как будешь? Подожди, есть идея, короче. Ну ладно, давай так попробуем. Эти, стой, не уходи, я ж медленно иду. Молодец, возвращайся назад. Прошу. Шальные пули! Так, подожди. Отсюда примерно вот так. Не попал. Мне кажется, вниз. А мне кажется, вот сюда примерно. Оно? Так ты в одно и то же место выходишь, дядя, ты чё? Подожди, надо посмотреть. Они вообще ничего не дают. Они лезут и лезут. Рой! Они уже здесь! Рой, да какой Рой? Да вы серьезно? Пошли на какое-нибудь место встанем, блядь. Подожди, я не могу запрыгнуть даже, я не знаю, где я нахожусь. Не прыгай, вон! Вернись в капсуле, где мы это делали. Заправлялись. Ой, беда, разрушение. Блядь, где я? Где камень? Я твой союзник. Ага. Тебе же лучше. Кто меня стреляет? Размещаю турель. Готово. Турель на месте. Вот это мы попали, конечно. Это какая-то жесть просто, они прут со всех сторон постоянно. Короче, нам надо вот туда вниз. Это. Я вот хочу все-таки туда на потолок забраться. Заберемся мы на твой потолок, ты мне спуск вниз обеспечь. Нормальный, а не коридоры, которые ты тут набурил. Я хотел с двумя камнями пойти. Обеспечь спуск вот сюда вот вниз, пробурись вот так. Держи. Вот. Чирка. Вот. Глянь вот так вот. Метку. И тогда будем поговорить. Только давай сначала отопьемся. Смотри. Что-то вы буры перегрелись. Идешь за мной? Куда ты пошел? Копать, я тебе говорю, давай отопьемся. Я вот и кашу ничего не понимаю. Так а куда ты поперся? Так а ты где сам? Где? Я турели забираю. А, ты взял понятно. Нет. Ну, так... Я забыл про турель. Кидаю, кидаю. И про камень. Да. Я прокопал и упал, короче говоря. Вот именно. Кидай его. Кидай его, я возьму. Взял? Да. Почти. Перчатка размещена. Ни один из них не пошарит кулем. Охрененно. Понятно. Это ты там был, да? Где база? Где база? И, вон она. Сюда. Так. Вот на эту платформу. Вот сюда.
Ебанистическая миссия, я хочу, блядь, подметить, нахуй. Да. Печально, что нам еще 4 камня. Ползут они регулярно. Пошли. В какую сторону? Шли назад. Потолок этот искать? Да ну, мы сейчас не заберемся туда. Я даже не знаю, где мы. Жесть. Ну сейчас патроны кончатся. И нитры нету, да? Поздравляю. Что-то мне сдается, мы эту миссию немножко завалим. Я не вижу просто, где еще можно искать вот эти синие камни. Кроме того потолка. Но на потолок это я не знаю вообще, как туда забраться нормально. К тому же этот потолок... Для этой миссии нужен еще... Ну, нужно другого персонажа брать. Ну, может быть. Не еще... может быть, а так и есть. Нужны зиплайны, вот и все. Еще как вариант... Может быть, попробовать еще вот тут побурить. Вдруг камень-то не один. Нет, там один. Где-то вообще. Да я тут. Да я вижу. Ай, ё-моё, по всему огню пробежался. По всему, по какому только был, блядь. Попадос. Так хуй не видно ни черта, блядь. Вот там, где я хожу, там много жизни. Вот бегу. Там вниз спустись, там жизни много. А вот и сверху. Факелы на перезарядке. Так, вот. Вот тут мы забирались. Потом мы забирались еще выше где-то, да? Так, давай отсюда. А какой рой, ты гонишь, что ли, дядя, блядь? Они все идут, идут просто. Да е и да е. О, ибо е. Это единственное, да, что мы полезного за 20 минут нашли. Я вообще ничего я не вижу в этой. Я ничего не понимать. Сейчас все будет посерьезки. Ай-яй. Патронов больше нет. Она подниму, мне. Нет, поднимешь? Нет. Мы оба лежим. Поздравляю. Оба, оба. Короче говоря, на генерацию этой миссии надо что-то... Нужен стрелок. Да надо поменьше просто, чтобы сложность была. Ты к потолку как решил примагничиваться? Стрелок нужен еще. А если у нас в следующий раз генерируется по-нормальному? Мне чуть кажется, навряд ли. Ну попробуем это, еще раз. Это особенность всей этой миссии такая. Попробуем еще раз. Вот мы это говно собирали. Где? Кого? А. Тебя на опыты отправим последний. Сердца какие-то насобирали, да. Так.
Не, я пошел возьму стрелка. Я товарот наоборот, я не. Он тебя не прокачан. И чё? Я просто на легком запускаю и все. Давай. Задача определена. Опять. Капсула подготовлена. Шуруйте на борт. Бери инженера. У тебя стрелок не вкачан. Инженера нам. Начинается процедура сброса. Пристегните ремни. Так у тебя может быть этого достаточно. Ну как бы. Давай попробуем. Давай попробуем, но мне кажется, что у тебя не этот. Не нужен стрелок. Начинается процедура сброса. Пристегните ремни. У нас, наверное, просто так сгенерировалось. Мне кажется, это вся особенность миссии. Не знаю. Еще я предлагаю сейчас не отвлекаться на эти, как его, на ломание. Да, потому что я прям видел, что из них прям толпы ползут. Давай для начала основное сделаем. И вообще мы по кубикам не стучали давно. Минус 5000. Неплохо. Весело, как в первый раз. Я уже знаю, где. Крупные залежи акварика. Мы отправляем вас в сопровождении буровой установки. А можно не скользить? Переработать минералы прямо на месте. Около зоны приземления множество биосигналов, так что держите ухо востро. Жуки постоянно будут прибывать. О, мы найдем на планете. Собрать как можно больше акварков. Вы можете обнаружить их в породе. Ищите. Прикольно. Ищите вкрапления. За работу, шахтеры. Так, ну чё, я вот уже знаю, где бурить надо. Что это такое? Ладно, ок. Примерно тут. Вот он, камень. Здрасте. Здрасте, остатки колбаски. О, по-моему, я собрал. О, я нашел тот материал, как раз, который мне для прокачки нужен. Или нет? Надо убедиться. Магнетит. Да, это он. Oh my! Короче, мы себе сложность задрали и не вывезли. Нас просто задушили толпой. Забавная эта планета. Я разломал какую-то херню и меня заморозило. Ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Так. Надо добраться до Ибореха. А потом еще и забурить. Ну куда тянуть, не? Оп. Забираем. Эй. Забрал. Так, 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 вон еще и Борех. Нет, тут зиплайн нужен. Где? А вот, где, куда, чувак? Вон, видишь, внизу. Там и нитро, там и Борех. Давай к Бореху. Зиплайн натянут, как струна. Так, где искать камень? Вот он. Вот она, родимая. Ой.
Ой-ой-ой, камень-то потерял. Все. Ну видишь, как уже быстрее дело пошло. Я думаю, что дело есть все-таки такой... не в зиплайне, наверное, а в сложности. Нас толпой задушили. Надо еще золотишко пособирать. Так, я вот не знаю, за ебарехом идти или что. Вау! Ведь было не было. Контакт! Зарядите оружие! А вот он. Так, я тут среди снегов. Сумка полна, больше я не унесу. Ой, как скользко. Так, ладно, я полез. Мне надо наверх. Вообще назад на базу бегу, блин, а у меня полный золото весь. Да, я тоже. У меня полно золота. Я еще и замерз. Тихо. Атакуют. Оп, оп, оп. Ой. Только не снова. Я чуть-чуть базу забурил. Так, один еще нашел тоже. Еще один обычный день в офисе. Так, нам три штуки осталось. Точнее, две, да? Вот, от, вот я вижу. Вот я могу туда один зиплайн сделать, вот так. Ну, давай. Да, давай. Я поставил зиплайн. Только мне интересно, что я буду делать, когда я туда приеду. Киркой махать, что еще? А это можно делать? Да. А. Тогда ок. Тогда окей. Все, я назад. О, можно с камнем ехать, прикольно. Короче, ладно, ты меня убедил в том мнении, что для этой миссии нужны только такой персонаж, только стрелок. Ну, он как? Принимай. Он профитнее, чем платформерщик. Ну, платформами тоже можно выкрутиться. Блять, очень сложно. Так просто быстрее. Че, еще ищем? Нам нужно сколько? 7 ебарехов. 8. 8 орехов, короче, и... А вот один. Бахнешь туда зиплайн? Сейчас, погоди, дай-ка. Покажи, куда. Я показал. Не вижу. Где? А, вот туда аж. Ну да. Нашел орех. Дотянешься? Чего слишком... Далеко, наверное. Слушай, так, да тут вон, смотри, вон еще. И золото, и ебарехи, вон, смотри. Раз, два. А у тебя роскошная борода. Ну вот сюда хотя бы. Смотрите, ебарех. Зиплайн готов. Что, поехали? Пока, неудачники. Сначала давай один добудем, там посмотрим. А все, дудки, его не забрать. Или забрать. Я делал по-другому, я прыгал вниз и... Так, сейчас. Блядь.
засни навеки. Короче, с прыжка, пока летишь, на него нажимаешь, он забирается. Так он хочет зацепиться, а не забраться. Вот в чем дело. Ой, я забрал. Так, давай отсюда мы сразу к Нитре поедем. Погоди, я еще один неполех нашел. Или она не нужна? Погоди, у меня нету больше зиплайна. Ага. Один. Так, ну тогда надо его... Экономнее, короче. Я не вижу, куда мне надо. Подожди, пока никуда. Стой, я вообще хочу вернуться туда, на базу. Я еду. Ай-яй-яй! Я себе всю башку расквасил. Ну ладно, блин. Хотя бы сюда приедем. Шумно тут. Так, еще 7 где-то надо найти. А, у тебя один. Можно вызвать эту. Покатились. А у нас хватит? У нас нитро нет. На этот раз я точно могу. У нас нитро закончилось. На что мы ее потратили? Без понятия, но можно забуриться в другую пещеру. Примерно. А мы ее в целом не тратили, мы ее просто не собрали мало. Ее тут кусок маленький вот еще есть. Ты можешь, конечно, на него зиплайн один бахнуть. Но не факт. Профит это или нет? Не, мне кажется, там 80 единиц не будет. Ну, хотя... Только что-то без окупа, ну, да. Смысл? Возможно, нет никакого смысла в этом. Жуков у вашей позиции. Рой. Пострелять. Теперь ты на моем счету. Смотрим. Я еще давненько вкраплений не видел. Никаких. Ты вообще куда убежал? Да я жизни каких-нибудь возьму. Так, а где у нас жизни вообще? Ну, вот там ближайшие. О, нифига, 2 ипореха. Где нашел? А тут недалеко перепрыгнул. Ух, как новенький. Как-то фарту масти. Так, вон, короче говоря. О, подожди. Я тоже нашел один ипорех. Светилки не готовы. Короче, я потрачу один сплайн вот сюда. Потому что есть шанс. Здрасте.
Разве ледяные пещеры не должны топиться от льда? Так, я нашел этот и в орехи нашел, и нашел нитро. Ну вот у меня здесь что-то есть, но такое. Я не знаю, сколько тут единиц. Я, короче, но это нашел говорит о том, раз, то, что... два, три, четыре свечения. Нам как минимум одно нужно. Стоять. Знаете, где я? Где? Подожди. Подожди. Сейчас я тут добираться пытаюсь до ибореха. Его бы как-нибудь выбурили отсюда. Но нормально. И так сойдет. Помнишь, где у нас рой начался? Где? Сейчас, подожди. Нашел? Да, у меня три с собой. Сейчас, подожди, я еще тут... нитро ковыряю. Сумка забита. Так, нитро у меня полно. Я пошел сдаваться. Как бы тут... как я вообще сюда попал? Понятно. Примерно так. Вообще не то. Во-во-во, вот, вот примерно так. Нитро разживемся зиплайнами, там доедем куда-нибудь. Ну я говорю, там я нашел пещеру, где три свечения минимум. Да? А я как раз либо орехи нашел. Так, надо еще мне туда вернуться на разок. Еще не, еще нитро собрать. Там нитры много, как бы. Оставлять ее просто так глупо. Так мы, в принципе, уже все. Большому надо счету. Надо ждать зарядки. Да? Ну, хотя, потом может быть замес какой-то финальный. Блин. Да не, вряд ли. Так как нет. Не должно быть. Ну... давай, на всякий случай. Я собрал, короче говоря, нитры на один заряд. Ебарехов, кстати, у тебя 30. Там не видно было? Честно, не знаю, не видал. Где-то я его или не видел. Вот это за зеленое такое. Бля. Площадка. Блин. Площадка. Сейчас все будет посерьезки. Я его заминировал случайно. Ну ладно. Где-то тут. Не, я отсюда не уйду без последнего ебореха. Кстати, вот он. У тебя есть зиплайн? Нету. Нужно вызвать и будет. А, ну давай тогда так и сделаем. А, не хватает. Понятно. Чего? Не хватает. И маленький команда. Рой. Ща, пошли в базе. Да, пойдем на базе. Там, там и дефаться проще. Так там 4 турели стоит, еще бы. Я думаю, пока что все идет хорошо. Попробуй-ка это ошибка природы. Я вызываю. Давай, я давай. Заказал капсулу снабжения. Принято. Боеприпасы отправляются. Ну, мы потом на стенку туда полезем. Снабжение прибыло. Хватайте патроны, парни.
убить еще дюжину жуков. В принципе, мне не надо. Пока патронов или запастись. Ну давай, я возьму. Ну всякий. Так. Ты вот туда можешь? А что у нас еще? Не закончилось? Погоди. Не, еще не. Куда? Я не вижу. А, вон он. Да, надо вот видишь? Надо скрыть барих ручками. Дотянется? Блять! Охренеть, ёпта, прошелся, я упал, блять. Угу. Пока, неудачники. Так, я сейчас попробую блядь. Туда скататься. Погоди. Проходик там, в принципе, можно сделать. А, не можно. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот упасть и сдохнуть очень, очень просто. А запутаться? Ну да. Тоже запросто. КПшки-то нет нигде, да, Паку? Да. Блять! Короче, он не хочет его собирать, блять. Так, тогда я сейчас попробую как-то в обход это дело решить. Есть одна идейка. Как можно забуриться. Угу. Как-то ты на вторую как-нибудь как-то запрыгивал на платформу-то? Чини? Я не совсем понимаю, о чем ты. Так, ну ладно. Перегрелась! Короче, шпень, я поехал, блядь, за тем алмазом, блядь, там, возможно, там и парень. Да чтоб этот перегрел! Ну, какой-то, блядь, просто дурной барих, пытаемся собрать, непонятно. В этом-то есть прикол. Уперлись в него, зачем-то, блядь, оба. Понятно, зачем. Так, оно нет. А ты можешь метку сделать? Или ты уже ушел оттуда? Погоди. Вот он. Вот сюда, ко мне. Пиздец, как от меня далеко. Ты идешь ко мне или ты там? Подожди. Подожди. Просто этим мотозиплами. Твою мать. До дома сделать. Чего? Я упал. Ничего не вижу. Я упал и еле выжил. Круга началась. Плохо дело. Вас-то точно не хватало. А где ты, Алексей? Ну вот я тебя вижу. Вот иди ко мне. Чё ты там по поводу основного задания? Да там и барих стопудово будет. Просто уперся рогом в один какой-то нахуй. Давай прыгай ко мне. Я же не допрыгну. В смысле как-то прыгать? Нахрена ты захотел? Все, пошли. Где ты? А. Давай, вот, куда? Стой. Вот сюда. Вот сюда. Ага. Вот сюда.
Ну ты завел. Слушай, это возможно другая система пещеры вообще. Вон и порех есть, блядь. Понятно. Так. Зиплайн установлен. Бой начинается. Задайте гадам шару, вы справитесь. Ага. Тут их два, да. С дороги! Жри! Жри, говорит. И вон снизу можно, там два так, этих... Так, мне бы полечиться. А у тебя за спиной был кристалл с лечилкой, ты куда побежал-то? Уже поздно, походу. Я вообще не видел, или пропустил, не знаю. О, нашлось. Так, мне этого даже мало. Но это хорошая печаль. Мы после нее будем в портянках от Версачи рассекать. Серега Плей. Русскую озвучку, ну, она есть в модах. Это надо скачивать. Моды качаешь, все нормально. Так, в общем, что, я погнал. Погнал я забуриваться. Давай, собирай, как раз один барех у тебя есть же, да? Да, да. Подожди. Куда-то не в ту сторону вот побежал. Все. Так, сколько нам? А нам один камень-то и нужен. А, да, да, это Ластовская, Ластовская пещера. Все, я возвращаюсь. Давай, у меня и камень, и барех, правда, жизни половину. Поскакали назад. Жух, я поехал. Я еду. Вот постреляй там. Пойдет. Это я приблизительно только помню, как мы шли. Нормально. Берегите патроны. Покатились. А, ну все. Я все. Тебе покажу Коськину мать. Ай-яй-яй-яй-яй. Падла. А, в принципе, по большому счету так и нужно. Сюда, наверх. Хорошо. А, все. Я уже почти на базе. А, там есть проход? Че там мне сдается, это все, ну, не этим все закончится. Отлично, все собрали. Отправляйте ракету на станцию, а мы тем временем запустим десантную капсулу. Выкшлем только эвакуационную капсулу. Второстепенная задача выполнена. Бонусные выплаты будут начислены капсула на ваш счет минуты. По завершении миссии. Я не успел встать, Митру, блядь. Десантная капсула прибудет, да, ладно тебе. Только ракета вернется на станцию. Держитесь. Вот сейчас нам минуту ебать башку буду, блядь. Запросто. Ну ладно. Пополняю часть боезапаса. Ладно, хотя бы турель заряжем. Давай, турели прикроют, если что. Турельки заряженные, не стреляй! Что, там есть еще кто? Что-то мне сдается, мы по этим ледникам еще и капсуле попрем. Или нет? Нехило, блять. Ну, главное, надо сейчас на этой площадке посидеть. Посидим, что-то 50 секунд осталось. Они лезут-то потихоньку. К тому же у нас еще три... Че, сколько? Четыре турели? Или три? Три турели. Они почти полностью заряжены. Главное, есть свет, блядь, не по темноте. Ну да. База хорошо освещена.
Че, какого-нибудь лютого Танемана нам прикинут? А, можно даже патроны не тратить пока. Не стреляй. Не, вот этих они турели заберут. Эти турели заберут, да, я уже. Турели справляются. Лайтовенько, не откуда прилетел-то? Эвакуационная капсула в пути. Ожидайте. Держитесь подальше. Ну давай отойдем. Да, она прямо сюда и прилетит. Оп. О, жирный, блядь. О, ледяной какой-то, мы его еще не видели. Десантная капсула приземлилась. Часики тикают, все в ваших руках, команда. Часики, говорит, тикают. Эвакуация завершится через 3 минуты. Ждем. А, можно, блядь, узнать, где капсула? А где капсула? А, 49 метров. Пошли. Я пошли вот так. Слушай, по-моему, там, где этот, как его? Ай-яй-яй-яй. По-моему, там, где мы были. Короче, бурим в наглую. Вот и все. Иди за мной. Ты идешь? Да, да, да. Да что бы ты бури? Я тебя потерял. 20 метров. Откровенно, я тебя потерял. Тихо, меня грызу. Все, я бегу к тебе. Десантная капсула вернется на орбиту через 2 минуты. Все, я как раз пробурился. Ровненько, я вижу. Да-да-да. Вообще балдеж. Находим, Алексей. Ну, слушай, это там, где золото, где ты нашел, короче говоря, все, что нужно. Забираем вас. Славно поработали. Да в урод, я устал. Да просто предыдущая была тяжелая. Задрали сложность. Ладно. Ой, что это я в трусишках? Это у меня всю дорогу в этом бегал, кстати. По леднику, да? Прикинь? Да. Ну я думаю такой, ну нравится, наверное, парк, что я буду. Ну иногда, видимо, игра не соображает. Совсем нет. Совсем не соображает. Там достаточно надо было пройти куда-то, чтобы. Ну, где там, где прокачка у нас, по-моему. Да. Еще какая-то миссия открылась. Вы добились прекрасных результатов и даже не стали едой для жуков. Все, нас похвалили. Шесть очков только для меня. Я за вас рад. Так, где-то у меня тут прокачка была. Че, закругляемся, да? Да, хорош, что-то я уже этот. Так, не то. Где у меня прокачка-то? Чего там? А, буров, вот. Вот, теперь я собрал то, что нужно. Да. Буди быстрее просто. Я тебе буду бурить быстро. Быстро будешь бурить? Ну да. Все, по идее. Все, что надо, я прокачал. Так. Ну что, ты все равно из инженера будешь топить? Ну да. Это я так? Ну да, слушай, иногда полезно попользоваться другими персонажами, походу. Так, талон какой-то. Какой-то талон, награда разблокирована, талон, валюта компании. Что бы это значило? Ставим емкость магазина. Что с этим талоном-то делать? Я уже забыл. Один раз мне его давали. Отлично. Еще один талон. Я не понимаю, что за талон. Какой талон? Да какой-то талон. А, дерево украшений. Вот, все, я вспомнил. А скины, короче, менять на пистолеты там и так далее. Да. А у меня был такой один, я не знаю зачем. Я не знаю, какой мне нужен. Да, они, в принципе, так все одинаковые. Самодельная бум-палка. Бум-палка? Ага, тяжелый револьвер, бульдог. Какая разница? Они... Подожди, слушай.
Это для стрелка. Это для кого-то еще, вот для буровика. Я так этого хотел. А дальше что? Башку никак не разблокировать. Надо, видимо, все, что ли, их открыть. Не совсем понятно. Там, где респиратор, короче, дерево украшений. Как это сказать-то? Терминал, сезонный терминал, короче. Какие-то неоткрытые купоны. Какой-то древний инструктаж. All right, miners. Butts and seats. Древо украшений? Чё? Выглядит многообещающе. О, нифига, оно поразблокировалось. Тут можно талонов на этом. У меня все открыто. Но вот только... Ну, как бы все ячейки открыты. Вот этого дерева украшений. А как ты их открыл? Не знаю, у тебя ничего... Не отображается, что ли? Они, как бы их нужно качать за талоны. А, ну это понятно. Нет, они у меня, естественно, все серые и не прокачанные. Ну да. Я только вот один взял. Точнее, два. У респиратор. Да. Нет? Вот это хорошо. Вот, теперь, короче говоря, у меня есть доступ к этим скинам трем. Все, я понял. Надо все четыре, надо прям все открывать, короче, по этим талонам. И тогда ты можешь другие всякие штучки себе поставить. Пойдем посмотрим, как это изменить можно. Не тут. Короче, зайдите в талон. Завершите две миссии в режиме вот, заражения. Вот, пистолет. Талон. Ну, такой вот пистолет можно, короче, поставить себе. Все понятно. Ну, в общем, играешь, проходишь миссии, берешь себе талон. Жалко, нельзя и ракет одновременно, и чтобы у тебя очки были. Было бы забавно. Ладно, чё? Закругляемся. Не успеем уже следующую миссию. Вот. Будем закругляться. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи, пока.